Добрий вечір, шановні миколаївці. Добрий вечір усі, хто нас дивляться, усі, хто беруть участь в нашій програмі по обидва боки екрану. Я одразу нагадую, що за півгодини ви зможете вже безпосередньо приєднатися до нашої програми, починати нам дзвонити. Як тільки ви побачите на екранах телефон 47 63 37, ви одразу можете починати нам дозвонюватися. Протягом програми за півгодини він почне з'являтися і потім буде з'являтися раз за разом. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Крім того, вже зараз ви можете починати нас дивитися на Фейсбуці, можете дивитися нас на нашому сайті МТРК ТВ. Можете писати, не чекаючи, поки з'явиться телефон, можете писати мені в особистих повідомленнях. Все, що ви вважаєте за необхідне сказати, все, що ви вважаєте за необхідне зауважити, обов'язково буде тут озвучено. Як ви, напевно, знаєте з наших анонсів, сьогодні ми хочемо поговорити про дещо абстрактні речі, втім, речі, які стосуються кожного з нас, саме тому, що тут не треба бути фахівцем у якійсь окремій галузі для того, щоб створювати красу навколо. Створювати красу не у тому сенсі, що саджати квіти, скажімо, чи фарбувати паркани у веселенький колір, а створювати таке життя, яким ми усі хотіли б жити. І тому ми так досить умовно взяли за назву нашої програми «Краса врятує світ», хоча з таким же самим успіхом могли б сказати, що «Доброта врятує світ», ми могли б сказати, що «Доброта врятує світ». Зрештою, кожен з нас може врятувати світ, може змінити його на краще. І саме тому ми сьогодні зібралися такою досить різнобарвною кампанією з одного боку, а з іншого боку кожен з наших учасників сьогоднішніх може сказати вже зараз про те, що саме він зробив для того, щоб світ навколо став принаймні хоч на трошки кращим, хоч на трошки більш казковим, хоч на трошки більш красивим, хоч на трошки більш безпечним. Саме про це ми сьогодні будемо говорити, і тому я з задоволенням представляю вам наших гостей. Наші експерти будуть представлятися згодом, коли будуть приєднуватися до нашої дискусії. Отже, Юрій Йосипович Любаров, директор КП «Дитяче містечко Казка». Він сидить першим, тому і його візитівка також перша. Будь ласка. Юрій Любаров, псевдонім Йосич, директор миколаївського дитячого містечка «Казка», актор, режисер та телеведучий, автор п'єс та пісень, а також книг про історію Миколаєва для дітей і дорослих, співавтор телевізійних проєктів. 6 вересня 2016 року став переможцем конкурсу на посаду директора Миколаївського обласного палацу культури. Наступний наш поважний гість – це Віталій Зіновійович Кіндратів, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Віталій Кіндратів, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з політико-правових, гуманітарних та соціальних питань. З 2005 по 2010 рік працював у Дніпропетровській облдержадміністрації на різних керівних посадах. З 2011 по 2016 рік обіймав посади в центральних органах виконавчої влади України. Активно пропагує здоровий спосіб життя, особисто бере участь у спортивних акціях. І третій наш гість – це Микола Антонович Кравченко, заслужений діяч мистецтв України. Будь ласка, портрет. Микола Кравченко – заслужений діяч мистецтв України. Як режисер-постановник працював в різних містах України та за кордоном. Двічі був лауреатом обласної премії імені Миколи Аркаса. Є ініціатором та організатором міжнародного театрального фестивалю «Homo Ludens». У 2010 році став заслуженим діячем мистецтв Російської Федерації за великий внесок в розвиток російсько-української співпраці в області культури, популяризації російської драматургії за кордоном. Депутат Миколаївської обласної ради двох скликань. –
Отже, наші гості представлені, наші експерти, як я вже сказав, представляться трохи згодом. І я хочу за традицією запропонувати по одній хвилині нашим гостям, щоб вони визначилися з ключовими тезами, про які хотіла б сьогодні поговорити. Крім того, я одразу хочу попередити, що Віталій Зіновійович сьогодні не зможе взяти участь в нашій програмі до самого її кінця. Десь хвилин за 40 він має піти на важливу нараду. Тому, якщо хтось хоче зв'язатися з нами для того, щоб задати питання особисто йому, будь ласка, починайте тоді робити це вже зараз. Я нагадую, це можна робити не тільки з телефонуючого студію, але й за допомогою Фейсбуку. Отже, Віталій Зіновійович, будь ласка, ваша хвилина. Добрий вечір, дякую. Така цікава у нас сьогодні тема, як зробити життя краще, своє, оточуючих. Я завжди жив з принципом, що щоб зробити щось краще навколо, треба почати з себе. З себе, своїх питань, своїх повноважень. Тобто у кожної людини є два круги. Круг інтересів і круг можливостей. І я завжди і сам живу, і намагаюся людям донести, що тільки розширюючи свій власний круг можливостей, можна колись його зрівняти з кругом інтересів. Немає жодного сенсу цікавитися політикою, чи глибоко переживати політику там, United States of America, або цікавитись високоточною робототехнікою, якщо ти займаєшся літературою, наприклад. В тебе є твоя зона компетенції, розширяй її, рости, ставай краще. Тут була така гарна теза, що займаюся спортом, пропагую здоровий образ життя. Хвилина закінчилась, з таймінгом, видать, не дуже погано. Ось тому. Будь ласка, закінчуйте. Так, можна закінчити. Дякую. Стосовно здорового образу життя, і було, як сказано, що я пропагую його своєю поведінкою, своїм життям. Я на сьогодні є посадовою особою, і я вивів заняття спортом в публічну площину тільки з однією метою, що як посадова особа я буду надавати приклад людям, які може це побачать, якось підключаться. І якщо хоча б одна людина буде до цього долучена, це буде вже велика перемога. Тому мій основний тезис, моя основна теза, як зробити життя краще, як зробити життя красивішим, це почати з себе, своїх інтересів, своїх можливостей і щоденно їх розвивати, розширювати ці рамки, межі. Дякую, Віталій Зіновійович. Микола Антонович, ви більш ніж будь-хто причетний до цієї програми, саме до цієї, адже ви були ініціатором того, щоб поговорити про те, як можна засобами мистецтва, зокрема, змінювати життя навколо. Ми досить багато розповідаємо про ту виставу «Сім'я Вурдалака», яку ви поставили і яку досить незвично реалізуєте у житті. Отже, будь ласка, ваша хвилина. Ну, ви знаєте, я не сказав би, що у мене є якісь тезиси, по яким я живу. Просто кожен день хожу на роботу, кожен день пытаюсь зробити все от меня зависящее в той сфере деятельности, которой я занимаюсь, и все. Вы знаете, вот для меня немножко неожиданно было, что сегодня такая вот широкий круг вопросов в этой передаче, потому что я думал, мы будем заниматься вопросами спектакля, а не, даже не спектакля, а темы, которая спектакль. Ну, коль такая тема, как спасти мир или как сделать его лучше, возникла мысль попутно, а вот, может, не надо его делать лучше, не надо торопиться. Каждый должен делать для себя мир таким, каким он считает, что он его достоин. Потому что попытки на протяжении всей истории человечества, в общем-то, по большому счету, большим успехом не увенчались, потому что все религии, все идеологии так или иначе были направлены, литература, поэзия, драматургия, живопись, масса всего было направлено на то, чтобы выбить из человека его, ну, будем говорить, недостатки или грехи, их по-разному можно называть. Но, как ни странно, успехом это не увенчалось. И человек остался таким, как он был 1000 лет назад, 2000 лет назад, жадным, алчным, продажным, чревоугодником, со всеми теми грехами, которые прописаны в Библии. И вот иногда задаешься вот, как бы вопросом, стоит ли это делать вообще, или может быть и не стоит, может быть
теория апокалипсиса, она, может быть, имеет право на существование, и человечество должно дойти до такой точки, когда уже, в общем-то, не будет куда двигаться, и кто-то придет и, в общем-то, там дождями, потопами смоет всю скверну с земли. Он начнется новый виток жили. Честно говоря, я не знаю. Я вот как бы думаю это рассуждение. Спасибо, время. Спасибо. Ну, я думаю, что в любом случае мы об этом тоже поговорим. А Юрий Иосифович, который давно уже всем известен просто и коротко как директор сказки, я думаю, в общем-то, имеет все-таки более оптимистичные взгляды на наше будущее. Ну, по крайней мере, в ближайшее время апокалипсиса явно не ждет. Я остановлюсь на первом слове программы, да, красота. Вот. Я родился в самом красивом городе. Первое образование получил в педагогическом институте, был одним парнем среди всех девушек. Вот. Потом я был долгие годы ведущим организатором конкурса красоты в Николаеве. Поэтому для меня красота, прежде всего, ну, не считая женского пола, это такт и уместность. Есть вещи, которые... Нет вещей некрасивых. Нет вещей вредных или полезных. Всему должно быть свое место, время. Поэтому красота, прежде всего, это, вот подтвержу, тактичность. И особенно красота в политике, красота в общественной жизни. Когда человек поступает тактично, вот все говорят, он поступил красиво. Вот это, может быть, действительно спасет. Ну, не мир там спасет, а спасет какие-то человеческие отношения. Потому что для меня, если говорить жизнь как путь, да, то для меня не важна цель этой жизни. Потому что цель нашей жизни мы все знаем, да, там, финал нашей жизни всем известен по книгам и рассказам старших. Важно, как идти, с кем идти, как ощущать себя, как получать удовольствие от каждого прожитого дня. Вот. Спасибо. Я не случайно отвлекался на Facebook, потому что уже начинают наши зрители комментировать это, пока еще просто проявляют интерес к теме. Однако вас, Виталий Зинович, уже отметили, что действительно ваша позиция, по крайней мере, нескольким из наших зрителей по душе. Итак, для того, чтобы, в общем-то, перекинуть такой определенный мостик от ваших тезисов к уже, собственно, к нашей дискуссии, я предлагаю посмотреть сюжет Федора Бондара, который попытался вот все то, о чем говорили мы, о чем будем говорить мы все вместе, облечь в такую некую чеканную форму. Давайте глянем. Естетика посідає далеко не останнє місце в нашому повсякденному житті. Спробуйте продати жінці синю сумочку, якщо вона точно знає, що цього сезону в моді зелені. Звісно, на смак і колір, як кажуть, фломастери різні. Але є певний набір символів, які викликають захоплення у переважної більшості людей. Наприклад, вогонь у розумних межах, схід і захід сонця, ліс, море, квіти, гарні люди. Слова «краса врятує світ», мабуть, не варто сприймати буквально. Тобто, щось гарне в естетичному сенсі когось або щось весь світ у даному випадку врятує. Якщо цитуємо Федора Достоєвського, точніше, героя його роману «Ідіот» князя Мишкіна, то деякі дослідники ці слова пов'язують з християнством. Мовляв, письменник називав Бога найвищою людською красою, а Мишкіна порівнював безпосередньо із Христом. Таким чином йдеться про красу душі, людяність, милосердя. А як саме вона врятує світ? Можливо, так, як і Христос, котрий взяв на себе гріхи всього людства. Але не всі погоджуються на такий спосіб порятунку, чи бодай покращення світу, який межує з відстороненням від активних дій та глобальним всепрощенням. Є, звичайно, і інша крайність – крилата фраза чи анекдот. Що треба зробити, аби в усьому світі перемогло добро? Треба, щоб усі добрі люди зібралися та повбивали усіх злих. Це, нагадаю, крайність. Але твердження «добро має бути з кулаками» стало практично загальновизнаним принципом. Хтось боронить свою країну від підступного ворога, котрий донедавна називався братом. Хтось протистоїть безжальному та не менш лицемірному внутрішньому ворогу, в якого багато імен, одне з найвідоміших – корупція. Хтось намагається допомогти хворому – грошима або хоча б добрим словом. Хтось, усвідомлюючи свою відповідальність за навколишнє середовище, прибирає та облаштовує своє подвір'я, а може й більшу територію, виходить на суботники, принаймні викидає сміття в урну. А всі разом
Ті, хто відносить себе до вище вказаних категорій, намагаються зробити світ кращим, допомагають красі, візуальній, душевній, врятувати цей світ. І об'єктивно, за останні 3 роки людей, які впевнені, що від них щось залежить, на планеті, в Україні, місті, стало набагато більше. Можна кивати на недолугих керівників і брати з них приклад. Можна повторювати мантру «А що я міг зробити один?». Але якщо усвідомиш себе суб'єктом, а не гвинтиком, назад у стійло тебе вже не загонять. Отже, я думаю, це певним чином така затравка для нашої дискусії. І я хотів би, щоб ми почали, власне, вже нашу саме дискусію, тобто, щоб усі до нас приєдналися. І оскільки Віталій Зіновійович має скоро нас покинути, я хотів, тут маю трошки тут перестроїти на ходу нашу програму, тому певним чином, думаю, нам доведеться трошки змінити наш сценарій. Втім, все ж таки, давайте почнемо з розмови про те, як влада у вашій особі зараз може долучитися до того, що робить громадськість, не тільки громадськість, професіонали, ось ну, Юрій, Микола Антонович, професіонали. Є представники громади, які просто постійно щось намагаються змінювати. Я нещодавно мав розмову з однією своєю колегою, вона каже, мені чоловік каже, ну що, ну ти ходив на Майдан, ну і що змінилося? Тарифи зросли, те стало погано, ціни ростуть, жити важко, навіщо було йти? Я кажу, ти знаєш, я жодного дня не сумнівався в тому, що Майдан був потрібний, бо Майдан змінив людей. Майдан змінив суспільство. Люди зрозуміли, що від них все залежить. І саме вже у 2014 році я познайомився, зокрема, з Максимом Бревдою, з Валерієм Кіселем. Тобто з людьми, які могли б собі спокійно жити, заробляти гроші. Втім, вони замість того переймаються тим, щоб суспільство стало здоровим. Щоб суспільство стало людяним. Щоб суспільство стало думати, щоб кожен з членів суспільства став думати не тільки про себе, а й про тих, хто навколо нього. І тому для мене стало просто, ну, якимось, знаєте, таким величезним відкриттям те, що вони безпосередньо були причетні до програми, до змагань ігри героїв, які у минулому році ми знімали, які справді стали справжньою подією не тільки для Миколаєва, а й для України. А потім почали це розвивати, і крім того, що Максим займається цією трасою здоров'я, там будує ці спортивні майданчики, але разом ви ось з Валерією розповідали, що ви почали створювати реабілітаційний центр. Оскільки я знаю, ви знайшли підтримку зараз, в тому числі і у керівництві області. І ось з останньої нашої зустрічі, що змінилося? Максим дуже багато пише, Валерій не такий активний на Фейсбуці, втім, все ж таки також ми бачимо, що щось відбувається. Тож, скажіть, будь ласка, чи ось ті ваші розповіді, ті ваші мрії, про які ви казали тут декілька місяців тому, вони хоч трошки придвинулися до тієї мети, яку ви собі ставили? Чи знову ж таки ви поки що ходите по кабінетах? Будь ласка, хто? Максим. Я начну. Вот. Ну, на самом деле, то, що планувалося і робиться, вот, оно в процессе, если касаться планов по трассе здоровья, тут больше, наверное, к этому имеет отношение городская власть. Вот, оно продвигается небольшими шагами, не так, как хотелось бы, вот, но тем не менее какие-то тенденции роста и какого-то решения присутствуют. На сегодняшний день там, сейчас делается социологическое исследование детской компании, ну, о котором много спорили. Мы надеемся, что в ближайшее время уже будет какой-то результат, и мы уже сделаем рабочую группу, соберем все власти и получим какую-то конкретику по бюджету, по каким-то дальнейшим шагам в плане именно этого. Вот. По поводу поддержки со стороны власти, ну, по крайней мере, что могу сказать об областной власти, да, то, что по поводу спорта началась тенденция, во-первых, популяризация более активно стала поддерживаться. Допустим, в плане поддержки тоже
то есть сопутствие есть. То есть, допустим, я не плотно работал с прошлой областной властью, не потому что она плохая или хорошая, я просто я не любитель бегать и просить. Вот. Мы делали то, что мы делали, и делаем сейчас то, что делаем. Ну, в принципе, поддержка есть из городской, из областной власти. Есть тенденция, как бы, больше идет в ту сторону. Вот. Тяжело, конечно, за такой короткий промежуток времени что-то сдвинуть глобально, там, сейчас построить за полгода спортивные центры, реабилитационные центры, которых там, тут же Валера Кисель может рассказать. И есть, как бы, планы. Вот. Мы надеемся, что нас слышат, по крайней мере, нам сейчас... Кажется, что нас слышат, да, и хотим попросить просто еще раз власть тех людей, которые здесь живут, которые держат какую-то конкретную позицию и могут что-то изменить, чтобы они просто и прислушивались, и помогали, потому что это их рычаги, которые могут ускорить их же работу и помочь совместно, потому что цель, в принципе, у нас у всех одна – сделать лучше вокруг себя и лучше то, что мы имеем здесь, потому что мы живем здесь и хотим вокруг себя создать что-то лучше. Спасибо. Валерий, пожалуйста. Ярослав, наверное, не сильно следит за моим фейсбуком и сразу сказал, что я там не сильно активен. Да, я и моя команда Спортубель Фитнес, да, мы выбрали направление, так сказать, пропаганды здорового образа жизни, являясь специалистами в этой сфере. Мы не только готовы увидеть всех николаевцев у нас в клубе, мы вещаем на всю Украину, нас читают, и не только Украина, и ближнее зарубежье. Также хотелось отметить вот по поводу игр героев, да, что делается, что не делается. Мы были пару месяцев назад на совещании с коллегой в обладминистрации по поводу создания реабилитационного центра. Ну, хотелось бы, конечно, от властей большей помощи. Пока что это больше от частных лиц идет помощь. У нас на базе клуба специально для ребят, которые получили травмы в АТО, создали отдельную локацию. Место, где они могут тренироваться. Также мы их пытаемся адаптировать. Они тренируются, занимаются с людьми, ну, с обычными, которые не получали травм, для того, чтобы они социально адаптировались. Ну, какие результаты? Сейчас проходили буквально на прошлой неделе в Киеве отбор на Invictus Games. Есть такая инициатива всемирная. Это когда собираются бойцы, которые получили травмы в ходе боевых действий, ну и, соответственно, выявляют, кто из них быстрее, выше, сильнее. Вот. И Украина первый раз получила приглашение в этом году, и необходимо было отобрать 30 человек, которые поедут в Канаду. Наши ребята достойно представили николаевщину, 2 золота у нас, но, к сожалению, по каким-то критериям ребята в Канаду не отобрались. Также на этих же выходных в штаб-квартире НАТО проходил тоже показательные выступления. Это ребята, ампутанты, которые реально получили серьезные ранения в ходе боевых действий. Тоже один наш земляк, Вова Воропай, он тоже присутствовал там. Соответственно, обратил внимание на проблемы, которые есть, которые присутствуют. Ну, что хочется сказать, ультаминг вышел, что в здоровом теле здоровый дух. Значит, как правильно сказал вот Виталий, начинать надо с себя, показывать собственным примером, как, что мы вам поможем, в принципе, читайте нас, приходите к нам. Спасибо. Ну, тогда я хочу показать сюжет об играх героев, который мы показывали еще в прошлом году, но, поверьте, он стоит того, чтобы его посмотреть. А потом я бы очень хотел, чтобы вы прокомментировали, собственно, его, Виталий Зинович, ну и, собственно, в общем-то, все наши гости, тем более, что у нас есть депутат областного совета, думаю, что вам Владислав тоже будет что сказать. В общем, давайте посмотрим сюжет. Змагання анонсувались заздалегідь. Для Миколаєва, де дислокується чимало військових бойових частин, такий проєкт є актуальним. Долучити до активного життя військових, яких комісували за станом здоров'я, ось що мають на меті організатори ігри героїв. Причому і вони дивуються тій силі духу, яку демонструють учасники. Перші ігри героїв відбулись у травні в Києві, потім долучились інші міста. Загалом цей проєкт вже об'єднав 70 учасників. Юрій Дмитренко, один з них, пішов добровольцем. Його розвідгрупа допомагала товаришам, які потрапили в засідку. Юрій наступив на міну.
Особисто для мене це надзвичайно велика і фізична реабілітація. Чому? Тому що після поранення функціональність організму втрачається, потрібно заново вчитися з протезом нові рухи, там починаються від ходьби і далі всі рухи, які там для звичайної людини буденні, там присідання і тому подібні, ти ці рухи вчиш ногою заново. Якби для мене це фізична реабілітація в першу чергу. А от Андрій Скороход, кадровий офіцер, поранення отримав під Донецьком, потрапив на проект і не шкодує. Стимул двигаться, развиваться, становиться на ноги. Вот. И в-третьих, это общение с людьми, расширение кругозора, то есть как бы насыщенная жизнь событиями. Миколаївські змагання організовані за ініціативою Миколаївської організації блоку Петра Порошенка спільно з громадською організацією «Оберіг». На відкриття прибув шанований київський гість – міністр оборони України Степан Полторак. Він нагородив миколаївських волонтерів, а також учасників проєкту пам'ятними відзнаками. Подвиг і героїчні вчинки не тільки учасників проєкту «Ігри героїв» відзначив і очільник області. Я особисто від себе хочу подякувати моїм друзям, які підтримували, по-перше, вас, підтримують по свій день, рідних ваших, близьких. Хочу подякувати хлопцям, які зібралися сьогодні на ходу. І хочу подякувати особисто всім причетним до цієї великої події. Голова облдержадміністрації вручив подяки організаторам заходу, а також відомим активістам, серед яких Дмитро Ярош. Одіозний політик також відвідав Миколаївські ігри героїв. Учасники проєкту у показових виступах продемонстрували, якщо відсутня кінцівка і маєш протез, це ще не кінець активного життя. Виконуючи різноманітні вправи на тренажерах зі штангами та гирями, травмовані учасники бойових дій не залишили байдужими нікого. Їм аплодували стоячи. Глядачі так висловили своє захоплення і повагу до цих справжніх героїв. Я шокований тим, що я зараз побачив. Люди, які видали саме дороге, що в них є, своє життя, продемонстрували те, що вони здатні перемагати не тільки на полі бою ворога, а біль, страждання і горя. Я рахую, що ці люди, які подолали все це, вони роблять величезну справу сьогодні. Символічне нагородження, адже в таких турнірах переможцем є кожен. Організатори сподіваються, що у проєкта велике майбутнє. Ігри героїв у Миколаєві повинні стати пілотним проєктом, поштовхом до розробки глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні АТО. Крім того, вже почалось створення миколаївської команди. Отже, Віталій Зіновійович, з одного боку, навіть у сюжеті сказано, що це має стати початком розробки великої програми по підтримці, по реабілітації, по залученню людей із пораненнями, серйозними пораненнями до активного життя. У нас неодноразово брав участь в наших програмах Ілля Шпалянський. Він казав, що є такий медично-психологічний термін – втягнення в інвалідність. Тобто, коли людина приходить з серйозними вадами здоров'я, повертається у здорове суспільство, певний час вона якось намагається знайти собі місце, а якщо протягом певного часу не знаходить, то починає себе жаліти, не маше на себе рукою, і потім вже, так би мовити, з цього самого активного життя випадає, і досить дуже важко її туди повернути. Я розумію, що ось ми збираємося і обов'язково сьогодні поговоримо про театр, про спектакль «Сім'я Вардалака», який ставив собі за мету допомогти у запобіганні, у лікуванні, у зменшенні шкоди від наркоманії. Ми сьогодні обов'язково поговоримо і про фестиваль повітряних зміїв, який збирається найближчим часом провести Аня Басякова, і про каску, про все інше. Втім, мені здається, що ця тема надважлива. Ось ця тема повернення людей, які віддали здоров'я, дякувати Богу, що не життя, за те, щоб ми тут могли так спокійно стояти, сидіти і розмовляти про це. Чи вдається справді ось реалізувати ту тезу, про яку ви казали, на вашій посаді, розуміючи ваші можливості і потреби суспільства, поєднувати це одне з одним? Дуже гарний, потужний ролик. Я хочу спочатку поділитися своїм враженням, яке в мене було в жовтні. Таке яскраве, я його проживав. Я в жовтні брав участь в Києві в марафоні. 42 кілометри. І я прибіг.
І проходить десь 5-7 хвилин, і прибігає хлопець, він учасник АТО, в якого нога протез. Тобто він здолав дистанцію 42 кілометри з протезом. І після цього, коли я бачу, що люди кажуть, я не можу щось там зранку встати, я не можу там піти кудись, я не можу щось зробити. Для мене оця картина, коли людина була у нас з точки зору, да, фізичної, може, інвалід, у неї відсутня там якась кінцівка, але в нього дух такий, що він може звернути любі гори, зробити любі випробування. От у нас є Владислав Невеселий, він, я вважаю, найкращий айронмен Миколаївщини. Є такий гарний вид спорту, тріатлон. І він здолав дистанцію айронмен, це ультрадовга дистанція. І є люди, які з вадами, які без кінцівок, які з вродженими вадами, люди долають нереальні дистанції. Тому, перш за все, це дух. Щодо заходів, які вживає влада обласна, ви знаєте, що Олексій Юрійович дуже багато уваги приділяє АТО, ветеранам АТО. На сьогодні ми завдяки і за підтримки депутатського корпусу розробили програми щодо оздоровлення воїнів АТО разом з членами їх сімей. Тобто ми стикнулися з тією ситуацією, коли люди прийшли, повернулися з АТО, їм предлагають поїхати відпочити, а родина каже, як, ми його не бачили рік чи два, ми хочемо з ним. І ми в цьому році це виправили, ми в цьому році даємо можливість їм разом з сім'ями оздоровитися. На базі госпіталю ветеранів діє вже там центр реабілітації, то не в тому вигляді, який ми для себе бачимо, але він вже діє, там дається і соціальна реабілітація, і медична реабілітація. І завдяки таким організаціям, як саме ви цитували Ілью Шполянського, ми підтримуємо такі організації, які дуже багато роблять для соціалізації воїнів, для соціалізації цих людей, які повернулися там з вадами якимось. Ми їх також підтримуємо. І ми все ще йдемо в проєкт «Великий реабілітаційний центр», який буде предоставляти багато дуже послуг, починаючи від там, психологічної реабілітації і фізичної, закінчуючи професійною реабілітацією. Тому проблема надважлива, і ми дуже надіємося, що кількість людей, які будуть або інвалідами повертатися, або фізично, або психічно травмованими, не буде зростати, що ми якось цей вже конфлікт буде закінчуватись, і ми цих хлопців, які сьогодні в нас є, ми їх повернемо до життя, нормального, здорового, соціального життя. Дякую. Будь ласка, панове, у нас є досить багато. Раміль Габеков займається популяризацією здорового способу життя серед молоді. І, до речі, я хочу сказати, що для мене несподівано було. Тобто, я проходжу, у мене дитина навчається у другій школі, я проходжу через це Мангинарівський сквер, там нова ця досить така класна, такий новий спортивний майданчик, я практично ніколи не бачу його пустим, ані в день, ані ввечері. Тобто я розумію, що це стає модним, це стає класним, і я бачу, які речі роблять молоді люди на цих спортивних снарядах, і я думаю, що раніше здавалося, ну що там, депутат має побудувати там дитячий майданчик, спортивний майданчик, ну його за це оберуть. Навіщо? Ну там поставить якісь залізяки. Втім, виявляється, що це потрібно, що є люди, яким це потрібно. Є люди, які своїм власним прикладом це роблять просто не тільки для себе, а і для тих, хто над ним дивиться і хоче наслідувати їм. Всім здрасте. Ну, на самом деле, в нашому місті такого большого количества молодежи, которая хочет заниматься, которая хочет тренироваться, я, наверное, нигде не наблюдал, так как у нас в нашем городе, мне кажется, одно из самых больших количеств чемпионов мира, чемпионов Европы по различным видам спорта. Вот я профессионально занимаюсь кикбоксингом, и вот в нашем виде спорта у нас в городе, ну, не смогу пересчитать просто на пальцах сколько чемпионов мира есть, чемпионов Европы, которые всю жизнь защищают честь нашего флага. Что касается с моей стороны, вот у нас тема передачи «Красота», да, для меня красота – это спорт. Это так, и сейчас у меня есть возможность пропагандировать его среди молодежи.
среди студентов непосредственно. И вот мы сейчас организовали акцию «Stop Drugs», которая нацелена на пропаганду здорового образа жизни против наркотиков, и проводим бесплатные тренировки для студентов всего города. Проводим их иногда еженедельно, иногда бывают перерывы, но стараемся на постоянной основе. И на самом деле я скажу, что огромнейшее количество студентов приходит, многие уже остались на постоянке именно в спорте. И вот для меня, вот я это вижу, для меня это и есть эта красота, которую вот хотелось бы видеть в общем. А вот что касается турников, которые везде есть сейчас, слава богу, в нашем городе, то я сам хожу постоянно, сам тренируюсь, и поверьте, если их будет больше, то еще и больше будет ребят ходить, и все будет хорошо. И, кстати, еще хочу добавить то, что проводился недавно полумарафон. Ну, на самом деле, это такой глоток воздуха для нашего города, для нашей молодежи. Уверен, даже многие после того, как увидели, что произошло такое масштабное мероприятие спортивное, пошли сами на стадион, побегали и начали тренироваться и оздоровляться. Спасибо. Ну, вот я еще хочу слово передать Владиславу Невеселому, а потом, собственно, вы так здорово сделали мостик, собственно, к Stop Drugs, что просто сам Бог велел включиться в разговор Николаю Антоновичу. Пожалуйста, Владислав. Ну, во-первых, хотелось самое главное сказать, это, посмотрев этот ролик, передать, воспользоваться таким случаем, передать привет этим ребятам, потому что я всегда горжусь, будем говорить, людьми, которые, будем, ну как, кто-то там на инвалидной коляске ездит, кто-то еще, какие-то свои там вады есть, и они, у них проявляется вот этот вот характер, они занимаются спортом. У нас в Вознесенске есть вот Михаил, который занимается воркаутом, его знают вообще во всей Украине, его же даже там в Европе, наверное, даже знают. Я имею в виду, что за их характер, как бы они молодцы, я реально считаю, что они очень крутые. Я со своей стороны, как я, будем говорить, меняю, стараюсь изменить молодежь. Ну вот правильно было сказано, как бы я считаю, что вот даже Stop Drugs, бесплатные тренировки, как бы к молодежи нужно идти. К молодежи нужно идти, и с молодежью нужно разговаривать на ихнем же языке. Будем говорить, не так, что просто ты пришел, там начинаешь там для галочки себе там рассказал им какую-то там политику чего-то. Ты должен до них достучаться. Ты должен, если у тебя это идет, как говорится, от сердца, значит, ты постарайся найти какой-то там ключик, да, для того, чтобы войти в зону ихнюю, правильно, ихнюю зону, которые бы они тебя допустили в свою жизнь, и потом они тебя начали слушать, то, что ты на самом деле это им говоришь. Как бы я всегда стараюсь как бы с этой точки зрения подходить, потому что на самом деле как бы внутренне верю, что я могу что-то изменить. Я начал с того, что в Фейсбуке, когда изменил, опять же, тоже правильно очень слова, Виталий сказал, что, конечно, нужно менять в первую очередь только себя. Когда ты меняешь себя, как бы я начал бегать, начинал с 3 километров, тоже поучаствовал в первом полумарафоне. Кстати, Виталий, слежу тоже за публикацией, классно придумали мотивационно подтягивать людей в бег и с этими даже подарками, потому что чуть больше людей, мне кажется, на это придет, это тоже очень здорово. Я, например, все свои забеги, которые делаю, старты, я высвечиваю в интернете. Какие плюсы оно дает? Мы снимаем фильмы прямо там, интересные ролики об этом. Значит, ну, например, один из примеров, время закончилось, но я так договорил. Заканчивайте мысль, да. Пожалуйста. Один из примеров был такой, что в одной из школ я был на последнем звонке. Ко мне подошла мама одного выпускника, который, я имею в виду, уже он уехал. Говорит, спасибо, что вы выставляете ролики, классно, все. Ну, я так чуть засмущался, как бы, говорю, ну, спасибо вам, что вы так это отметили. Я говорю, что, как? Она говорит, вот мой ребенок поехал в Киев. Приезжает с Киева, говорит, мам, смотри, там, а мы как раз снимали фильм, это был у нас про забег по Черногорам, по Карпатам, и 50 километров бежали, ультра-трейл бег. Она говорит, смотри, как классно, глянь, как там прикольно все. И попросил ее купить кроссовки. И она говорит, ты знаешь, как бы я когда отправляла его туда, я очень переживала, чтобы он не втянулся в какую-то там, ну, там, в плохую историю. Или, опять же, даже не связал себя с той же самой наркоманией, да, сейчас очень там какие-то... получается, он попросил меня купить кроссовки, она говорит. Я сидела просто пешая, такая довольна, как бы я вам благодарна. Ну, как бы я имею в виду, что все вот эти изменения, тот интернет и ту пропаганду, и то, что мы идем к молодежи, это очень круто, я считаю, это дает свой эффект для того, чтобы направить их на правильный путь. Спасибо. К нам присоединяются наши зрители, и вот что пишут. Они, конечно, герои, и мы ими гордимся. Но давайте создадим этим людям, и не только
только тем, которые вернулись из АТО, нормальные условия для жизни. Как там сказал наш земляк на шоу «Рассмеши комика»? Вы говорите, у нас дороги плохие, да вы еще по тротуарам не ездили. Это тоже красота. Кстати, эти препятствия тоже могут серьезно демотивировать. Ну и я так понимаю, что, в общем-то, наверное, это вопрос опять-таки к власти. Ну, Виталий Зинович, пока вы тут еще, может, ответите? Конечно, ответим. У нас в Миколаївській обласній державній адміністрації діє програма «Безбар'єрна Миколаївщина», в рамках якої ми намагаємось доступ до всіх публічних місць обладнати відповідними пандусами, відповідними там туалетами, які необхідні для людей з специфічними можливостями, давайте не казати обмеженими, специфічними можливостями. Те, що в місті є якісь проблемні питання, як там кажуть, да, ви по нашим тротуарам не ходили. В мене є надія, що наразі команда мера Миколаєва розробляє відповідні заходи і буде впроваджувати їх в місті і зробить його зручним і комфортним для життя. Я не так давно став миколаївчанином, чи наскільки можна це сказати, долучився до Миколаєва. Ось, і от сьогодні зранку якраз повертався з тренування і подивився, яке насправді дуже красиве місто. Треба декілька штрихів привести до ладу, треба зробити оці от дорожки, дорожки, тротуари, трохи відреставрувати історичний центр, який він дуже красивий. І це буде місто, куди будуть люди приїжджати, гуляти, витрачати тут свої кошти, залишати. І місто буде жити новими ідеями, новими людьми, новими досягненнями. Дякую. Отже, як я обіцяв, по-перше, будь ласка, шановні глядачі, користуйтесь можливістю задати питання одному з керівників, з очільників області, якщо ви це хочете зробити, бо, на жаль, до кінця програми не зможе досягти Віталій Зінович. А я, як і обіцяв, пропоную сюжет про про виставу «Сім'я Вурдалака», яка, власне, і стала початком ідеї створити цю програму. Будь ласка. Вистава за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва «Сім'я Вурдалака» викликала різні емоції та враження в глядачів, проте байдужим не залишила жодного. Адже йдеться в ній про звичайну родину, в яку прийшла біда – син став наркоманом. Вистава не закінчується хеппі-ендом, а навпаки показує, що для наркоманів нема світла в кінці тунелю. Саме таким чином театр має застерегти та попередити свого глядача, в даному випадку – підлітків та молодь. Ідея основна – це наркотики, це не модно. Це не модно, це не то, к чому треба стремитися і що принесе впоследствии реалізацію чоловіка в його житті. Все неоднозначно, тому що ми ведь йдемо не по проторенной дорожке, у нас нет никаких методичек, щоб ми по ним работали. Ми це все создаємо вот, как бы на ходу. Передивлялись виставу психологи, представники реабілітаційних центрів та освітяни. Зійшлись на думці, що після побаченого в театрі треба продовжувати роботу з підлітками в школі та вдома. Спектакль этот задел вот самые нужные нотки, скажем так, да, как и взрослого, да, как и профессионала. Вот он доступный, он на доступном языке, да, его могут воспринять и дети подросткового возраста. Замечательная игра актеров, которые пытаются донести, и у них это получается. Да, поэтому спектакль актуален, да, несмотря на то, что проблема наркомании пришла к нам достаточно давно, да, еще вот много-много лет назад, но она как нельзя актуальна и сейчас. Предупрежден, значит вооружен. Нам нужно вооружить наших детей. Они не понимают, куда они лезут там, выпивают, курят там где-то, потом еще наркотик пойдет. Они не понимают всей серьезности этого положения. Не дивлячись на те, що такі вистави для театру не формат, мистецтво не може оминути цю тему. Актори ж, задіяні в виставі, зазначають, що працювали над п'єсою з розумінням того, що це проблемна робота. Та через їх гру глядачі мають побачити та відчути наслідки залежності. Ми хочемо показати те, що буде, якщо спробуєш, що буде, якщо втягнешся. Тобто це
им нужно 100%, мне кажется, это все знать, видеть, потому что нужно показать причину, что этого делать нельзя, что это неправильно, что это разрушает тебя как человека, как личность. Я понимаю, зачем мы это делаем. Предостеречь – наша главная задача. Сім'я Вурдалака досить доступно і відкрито показує, якщо спробувати наркотик одного разу, вороття не буде. На реальність дивитись важко, саме так сказала одна з юних глядачок. І це свідчить про те, що виставу було почуто. Не всі розуміють, що це опасно, що з цього не слізь, що потім ти не прекратиш, коли ти тільки захочеш. Просто смотришь і розумієш, що це дійсно вот може произойти з кожним. И это настолько как-то затронуло, и мы сидели вот весь спектакль просто с мурашками по коже. Мистецтво та творчість взагалі, як свідчить арт-терапія, можуть і повинні лікувати. Вистава ж Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру «Сім'я Вурдалака» стала доказом того, що через гру акторів на сцені можна ще й застерегти від біди. Так, мені. Вот. Еще столько. И назад. На все купи. Что? На все купи. Отже, будь ласка, Микола Антонович, це ваша дітище, це ваша ідея, це ваш проєкт. І я не пригадаю, щоб за останні декілька років спектакль, якась вистава, якась така театральна, власне, театральна подія так активно виходила на вулицю, так активно виходила у різноманітні заклади до своїх глядачів і так активно залучала їх до не тільки до обговорення, а практично до участі у тому, що відбувається. Будь ласка. Ну, ви знаєте, театр завжди нес какую-то социальную нагрузку, не какую-то, а очень серьезную. Поэтому, ну, будем говорить так, это не случайно, потому что если мы посмотрим на историю театра, он изначально нес в себе некие такие миротворческие миссии. Древнегреческий театр был в первых своих постановках, он носил антивоенный характер, несмотря на то, что в Греции шли в это время так называемые Пелопоннесские войны, но тем не менее, как бы люди понимали, что мир в конечном итоге должен прийти к какому-то согласию, пониманию, к созиданию. Вот. И к этому призывал древнегреческий театр. И, в общем-то, на протяжении всей своей истории мы знаем, допустим, 2500 лет, а некоторые историки говорят, что еще в Древнем Египте были истоки театральной деятельности. Хотя, собственно говоря, в зависимости от того, что называть театром, мы можем удлинять эту историю. Пьесы, спектакли, которые поднимают острые социальные проблемы, всегда существовали в репертуаре театра. Классическая драматургия, она ведь тоже напитана очень сильно социальными вопросами, вопросами взаимоотношений в обществе. В данном случае, вот пришла очередь театру заняться этим вопросом, обратить внимание и свое, хотя это неблагодарная работа для театра, потому что гораздо легче, я уже это говорил, гораздо легче поставить какой-то легкий спектакль, в конце спеть, станцевать и организовать свадьбу, и все были бы довольны. А здесь этот спектакль требует, конечно же, не только просмотра, а и работы вне театра с теми людьми, которые его посмотрели. Ну, я надеюсь, что он будет иметь отклик, потому что мы даем, у нас есть вот продукт, и мы его можем отдавать людям, отдавать Николаеву, отдавать области. Пожалуйста, берите, если вам это надо. Спасибо. Ну, у нас есть достаточно много людей, которые именно пришли для того, чтобы поговорить о театре. Это очень приятно, именно об этом спектакле. Пожалуйста, вот вам слово. Ну, в
Перш за все, хотілося б сказати, що поняття краса є багатоаспектним. Хтось бачить красу у природі, хтось бачить красу в мистецтві або там у сході сонця. Я, як філолог, бачу красу у слові та у художній літературі. Але хотілося б акцентувати увагу на красі людини, як зовнішній, так і внутрішній. Людина сама по собі є істотою неповторною і красивою вже від свого народження. А от завданням кожного з нас є збереження цієї краси і вдосконалення внутрішньої краси людини. І от саме таку мету переслідувала вистава «Сім'я Вурдалаки». І от саме завдяки Миколі Антоновичу так, була досягнена ось ця мета. Він віртуозно поєднав прекрасне і корисне. Тобто засобами мистецтва він досягнув своєї мети. Він допоміг зрозуміти глядачам, серед яких більшість була молодь, що кожен сам створює себе, робить себе красивим. Якщо ми почнемо псувати своє життя оцими наркотиками, поганими звичками, то красивими ми аж ніяк не будемо. Ось цю виставу ми, студенти-філологи, разом із куратором Кордієнко Іриною Анатоліївною відвідали вперше. І, чесно кажучи, враження всі були дуже вражені, і ніхто не залишився байдужим, так як ця вистава була психологічно важкою для кожного, і вона дала зрозуміти те, що ніхто не повинен бути осторонь. Ця проблема може спіткати кожного, і кожен може стати жертвою. Я хотіла б сказати, що опозиція прекрасного та потворного буде вічною, буде існувати, поки буде людство. І завданням кожного з нас є забезпечити навіть нерівновагу цього прекрасного та потворного засобами там мистецтва, літератури і чи фізичної краси, спорту, будь-якими засобами. Ми повинні забезпечити перевагу прекрасного над потворним. І я вважаю, що це є метою кожного з нас. Дякую. Павло Казарян, я думаю, що у вас буде більш така практична, ніж філологічна оцінка цього. Я тільки хотів би спросити на початку, можливо, ви протягом ваших 2 хвилин зможете і на моє питання відповісти. Починається цей сюжет зі слів «це навічно», «це неможливо вилікувати», «це назавжди». Тут було також сказано про те, що, ну, скажімо, ось спорт, так, можна прийти, достукатися до людини зсередини. Тобто, якщо ти в його середовищі, якщо вона сприймає тебе як свого. Ну, якщо ти спортсмен, то вона, і ти спілкуєшся зі спортсменами, ну, вони тебе сприймають як рівного. Я розумію так, що Микола Антоновича немає досвіду вживання наркотиків, принаймні важких, і... Напевно, що те, що... Напевно, що те, що роблять актори на сцені, це все ж таки, ну так би мовити, мистецтво, а не життя. Чи може це мистецтво справді допомогти справі вашого життя? Будь ласка. Я сразу прошу прощения, я не вложусь в 2 минуты. Ну, давайте 3. Хорошо, спасибо. Во-первых, я хочу сказать по поводу того, что я постоянно зарекаюсь не сотрудничать с государственными структурами, постоянно обжигаюсь и постоянно снова зарекаюсь. К сожалению, вот такая какая-то у меня сущность есть. 1,5 года назад мы, как патриоты, поехали 10 психологов, высококвалифицированных, поехали в Польшу обучаться работать с людьми, которые прошли горячие точки. Вот, с посттравматическим синдромом, прошли обучение, очень прошли обучение качественно, грубо говоря, мы запнули за пояс наших польских коллег по уровню наших знаний. Мы приехали домой и оказались никому не нужны в этом ключе. И хоть нами обещали поддержку, хоть нами обещали, что в Очакове будет реабилитационный центр, но, к сожалению, и тогда, и сейчас в Очакове не очень, скажем так, на мой взгляд, патриотическая власть, которая нам вряд ли поможет в этом вопросе. Мы стали заниматься наркоманами, как и занимались. 14 лет где-то в среднем я занимаюсь этим вопросом. И только в Николаевской области уже 11 год. У нас при центре создан театр,
который создали сами ребята. Это аматорский, безусловно, театр, непрофессиональный, но ребята придумали сами этюд, который они показывают. Они все создали сами, отрепетировали самостоятельно. Николай Антонович и мы в театре показывали этот этюд. И я могу сказать, что когда я смотрю, артисты плачут, то для меня это большой показатель. Еще ни одна аудитория, в которой мы выступали, не осталась равнодушным. И это действительно много для меня значит и говорит. Совсем недавно мы провели 6 таких вот выезда в школы Николаева. Вместе с этим театром провели профилактические мероприятия. Они назывались «Стоп наркотик». И сейчас очень много «Стоп драг», «Стоп наркотик». Ну, уже ленивые только не делают таких мероприятий. Ну, наверное, надо как-то сообща, чтобы названия не повторялись, вот, проводить подобные мероприятия. И я могу сказать, что ну, в некоторых школах реально очень хороший результат показали. А в некоторых школах учителя навстречу, к сожалению, не идут. И когда показали спектакль «Семья Вурдалака», было очень много учителей, это был один из первых показов, пригласили много учителей, психологов школьных. И вы знаете, то, что говорили эти учителя, сами же они... Ну, на голову не налазили эти слова. Когда говорили, что это нельзя показывать, когда говорили, что это будет принесет негативный какой-то результат. Ну, я могу сказать, спектакль «Семья Вурдалака» — это кусочек контекста, вырванного из жизни реального наркомана. То есть эта ситуация реальная. И я считаю, что это замечательный спектакль. И спасибо большое, Николай Антонович, за то, что вы смогли его в жизнь воплотить. Спасибо. Спасибо большое, Павел. Николай Антонович, вы будете что-то говорить? Или я бы хотел тогда, если вы представите... Что я могу сказать, если вы хотите? Нет, нет, я хочу... Либо вы, либо я хотел бы, чтобы Виталий Зиновьевич ответил бы на вопрос относительно невостребованности того опыта, о котором говорит Павел Казарян. Ну, к сожалению, мне неизвестен этот факт. Да, я с удовольствием после программы скоммуницировал бы и посмотрели, чем могли мы быть друг другу полезны. Мы вас поддержать как власть, вы как активные люди, которые проактивно, да, продвигают эту идею и эту мысль в школы, да, там, в массы. Вот, вот вы говорите действительно о проблеме серьезной, о том, что система крайне инертна. Да, то есть можно так вот сравнить каждому понятное ощущение, когда на машине едешь и влетаешь в лужу, да, в большую воду, да, и машина сразу так раз и притормаживается. Вот то же самое, когда какая-то есть хорошая инициатива или плохая инициатива, неважно, любая инициатива, любой посыл, он влетает в эту инертную систему власти, и он начинает притормаживаться. И мы сегодня, ну, одно из направлений, мы пытаемся эту механизм расшевелить, сделать его эффективным, сделать его высокоточным, да, качественным. Вот, к сожалению, есть там, ну, и сопротивление системы, и непонимание, и старый менеджмент, и старые люди. Вот много проблем, и менять их особо некем, потому что люди особо не горят желанием идти на службу державную. Вот, поэтому все принимается, ну, готовы к коммуникации, и в, да, собственная энергия, собственная сила это проталкивать, двигать. Дорогие друзья, да, вот позвольте себе такой вопрос. С одной стороны, у нас есть очень много действительно очень эффективных общественников. То есть общественников, которого только спроси, а что ты конкретно сделал? Ну, не знаю, там дня не хватит, не то что передачи, выслушать. Ну, вот то, что делает Павел Казарян, то, что делает там и Аня Босякова, и Максим Бревда. Ну, просто я знаю, действительно, мы и снимаем, и показываем, и просто знаю этих людей. Ну, там, я же не говорю о Юрии Любарове, который действительно тут создал сказку в центре города, да. Но почему-то не они принимают участие в определении судеб города. Мы постоянно видим на всевозможных конкурсах на назначение руководителей целых направлений в области культуры, медицины, образования. Мы видим одних и тех же персонажей, которые уже стали настолько одиозными, что многие мои знакомые боятся, чтобы к ним применяли слово «общественник», чтобы не подумали, что они из этой же компании. Эти люди кричат. Эти люди требуют там покарать виновных, эти люди требуют назначить тех, кого они считают нужным.
их приглашают, их слушают. И именно они определяют судьбы города, судьбы области, а не те, кто действительно... И спроси их, что они сделали. Ну, они расскажут, что они пикеты выставляли, что они плакаты рисовали, что они требовали, они протестовали. Никто из них не работает, никто из них не может предъявить каких-то своих собственных дел. Но именно они оказываются вот там, вот увиденными и услышанными властью, а те, кто действительно мог бы что-то сделать, и те, кто делают. Ну, хорошо, что вот мы сейчас вот друг друга встретили, вы встретились, и наверняка что-то произойдет. Но почему нужны какие-то специальные мероприятия, чтобы услышали, увидели именно этих людей? А тем никто не скажет: ребята, ну пойдите сначала, покажите, на что вы сами способны. Для меня это является парадоксом. Я уже, мало того, вот недавно мы сделали сюжет о том, что сейчас вот будет совет общественников. Я больше чем уверен, что в этот совет войдут именно эти люди. И в нем очень вряд ли окажутся другие, потому что им некогда, они делом заняты. Это вопрос, собственно говоря, ну, я просто понимаю, что, скорее всего, именно к вам, потому что вы к этим конкурсам имели достаточно плотные отношения. Пожалуйста. Вы имеете в виду конкурс какой именно? Которому я медицинский. Имел по медицинскому конкурсу, да? Так, чтобы действительно было интересное такое движение общественности. Крики, вопли, этого посадить, этого расстрелять. Вот если кто-нибудь скажет, что есть факты давления на комиссию или принятия решения, необъективного решения, я с удовольствием как бы этот вопрос обсужу, вот, но, к сожалению, для общественности, да, там, или к счастью, и к счастью для этих закладов, на которые мы выбирали людей, мы выбираем без вот этой вот шелухи, да, и без этого давления. То есть, если человек по своим морально-этическим, техническим характеристикам соответствует, welcome, работай, занимайся, нет тебе вопросов. Вот. Есть категория общественности, да, которая, вот, как вы видите, везде находится, флаги, митинги. У меня к вам тоже самый вопрос. Что вы сделали? Если вы пришли покричать, ну, покричите себе, ну, никто вам не будет рот же закрывать. Вот, если вы хотите что делать, возьмите кусочек, сделайте. Вот, но никто не хочет делать. Все хотят выходить, рассказывать, куда идти, как идти. Бери и делай. Был, кстати, хороший это в одной партии, которая слилась. А такой лозунг: бери и делай. По сути, классный лозунг, да? Проактивная позиция для нормальных людей. Сам взялся, включился, сделал, показал результат. Вот. Хорошо, тогда следует ли понимать так, что то, что общественники, ну, по крайней мере, определенный род общественников приходят на подобные мероприятия, ну, это как бы такое факультативное выражение их собственной позиции, которое никоим образом не влияет на решения, принимаемые официальными представителями власти, которые проводят эти конкурсы. Официальные органы принимают решения, исключительно базируясь на национальном интересе, актах, соответственно, решениях каких-то и логике процесса. То есть, если человек на своем месте и действительно доказывает это, пожалуйста, занимайся. Какие проблемы? Если человек, там, ну, он не соответствует, и вокруг него бегают общественники, ну, так мы при чем здесь? У вас свое шоу, у нас державна позиція. Поэтому. Дякую. Давайте послухаємо глядача. Він терпляче дочікувався своєї черги. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас прошу всіми праздниками у нас тут ваші Днем Победы. Здоров'я всім і удачі, благополучия. Я ветеран труда, очень уже в возрасте, большой у меня контрактів вопрос такой. Может быть, немножечко он не по темі. Я бы хотела просто, чтобы обратили внимание вы на наш сквер, очень уважаемого нашего Макарова, человека черноморского. Обратите внимание, сделали не сквер, а какую-то, ну, балаганную торговлю, даже, ну, ни в какие нормы. Торговли не входит. Здесь креветки, здесь копченая рыба, здесь мясо, молоко. Обратите внимание, пожалуйста, и сделайте порядок хотя бы с Днем Победы. Спасибо вам большое. У меня поют муж, сын, вот, внук раненый. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, за звонок, за сквер, то, что... Сквер Макарова запомнили. Завтра переговорим с городской властью. На самом деле, как бы, ну, городом и областью нужно заниматься.
да, то есть есть много проблем, они все знают, да, там тот же самый город активно занимается тем, чтобы решить эти проблемы. Вот, оно в один момент не бывает, к сожалению, да, хотелось бы так раз, вот, и уже везде порядок. Вот. Но на сквер Макарова обратим особое внимание. Хорошо, вот тоже зрители спрашивают, что там с велодорожками. Говорилось о том, что как бы здоровый образ жизни. Вы знаете, я служил срочную службу в Прибалтике, в Шауляе в частности. Так вот там вот на въезде в город просто огромный плакат: «Водитель, будь осторожен, Шауляе город велосипедистов». И там просто ну, вся инфраструктура города вот, подчинена велосипеду. У нас Максим и Валерий, в общем, достаточно много ребят-активистов пытаются хоть что-то для этого сделать. Есть какие-то перспективы в принципе? Сам велосипедист в том числе. Вот. Велосипед для Николаева был бы классным решением. Все рядышком, все аккуратненько. Вот. Есть, конечно, проблемы создания велосипедной инфраструктуры. Вопрос, опять-таки же, к городу, к сожалению. Вот. Я думаю, что в свое время она будет, эта инфраструктура. Вопрос к Александру Федоровичу, когда? Мы его спрямуем. Я думаю, что она будет тогда, когда у нас дороги появятся. У нас, к сожалению, дороги – это сезонное явление. А, пожалуйста. Угу. Теме велосипедных дорожек, как бы ну, у нас в городе как бы уже так оно стартануло, там буквально немножко на небольшом участке сделали. Хотелось бы тогда дать совет уже Николаеву непосредственно, чтобы они не наступали на такие небольшие грабли, наверное, Вознесенска. Так как тот кусок велодорожки, который был сделан, как бы, ну, он такой-то крошка, асфальт и все. Ну, я считаю, что он сделан некачественно. Есть определенные, у меня были замечания к этому, пообещали, что это все исправят. Как бы хотелось бы, чтобы если Николаев начинал, например, делать эти дорожки, так как это сделали когда-то в Харькове активисты, велосипедисты, тоже начинали делать дорогу, она шла не под тем наклоном, не были сделаны уровни. Что нужно велосипедисту, да, нужно, чтобы не было, ну, получается, не было луж, да, был правильный уклончик, чтобы сходила вода, но чтобы на самом деле это было в удовольствие ехать, а не так, чтобы постелили, говорят, вот велодорожка назвали, потому что она отдельно стоит и отдельно как-то размечена. Но это же, ну, я имею в виду, чтобы посмотрели непосредственно за качеством, потому что это очень важно. Вот я знаю, что в городах, где их начинали делать, то в принципе качество как бы не ставили на первое. Как бы скажите спасибо, я мне очень не такое выражение, мне кажется, иногда предназначено, хотя я сам депутату был рад, но иногда есть такое, там, скажите спасибо, да, что хоть так есть, как бы, но это не есть позиция. Оно должно быть качественно, оно должно быть правильно. Это так вот, даже если начинать, то хотелось бы вот именно, чтобы было, конечно. Да. Ой, да, Слава, вы такой оптимист, вы об этом говорите, как будто бы кто-то собрался у нас в Николаеве строить велодорожки. Ну, по крайней мере, если уже. А почему? Хорошо. Хорошо. Я думаю, что если все-таки Александр Федорович вдруг решит, после того, как он расправится с ямами на дорогах, сделать дорожку для велосипедистов, он наверняка пригласит вас в качестве консультанта. Николай Антонович, ну, говорят о вашем спектакле, говорят о том воздействии, которое он оказывает на людей. И особенно дороги, я думаю, слова Павла Казаряна, потому что он-то точно знает, о чем говорит. Какие дальнейшие перспективы, вот, ну, если не у спектакля этого, то, по крайней мере, у того начала, движение не назовешь, да, у той инициативы, которая родилась благодаря вам, благодаря этому спектаклю и благодаря тому, что, в принципе, сейчас уже о нем говорят, ну, совершенно разные люди, да, вот, однако я вижу, что оценка-то, в общем, одинаковая. Хотя спектакль на самом деле страшный, и я понимаю, что о нем говорить как бы с точки зрения вот там «красота спасет мир», да, ну вряд ли это можно назвать красотой, но я думаю, что это тоже способ спасать, способ изменять, что способ что-то делать вокруг себя, чтобы было лучше. Пожалуйста. Извиняю, все будет хорошо. Ну, вы знаете, ну, собственно говоря, я же не могу давать какие-то рецепты. И еще раз говорю, что есть продукт, которым должны заинтересоваться все те люди, которые ну, занимаются воспитанием детей, занимаются с молодежью. Ну, в общем-то, вот Тарик Зинович, наверное, посмотрит этот спектакль и вникнет в эту проблему. Знаете, мир повторяется, вот, или ситуация в мире повторяется с завидным постоянством.
Вы сейчас в начале передачи сказали такую замечательную фразу, что хорошо, что произошла революция, произошел Майдан, и теперь человек понимает, что он может, все может. Когда-то в Советском Союзе была такой лозунг «все для блага человека», и люди шутили, что мы даже знаем этого человека. Сейчас можно сказать, что мы даже знаем того человека, кто все может. Все в мире повторяется, и для того, чтобы решать какие-то вопросы серьезно, чтобы они не носили фрагментарный, отрывочный характер, нужна элементарная программа, государственная программа, которая будет задействовать, чтобы не ходили те люди, которые хотят что-то делать, не ходили с протянутой рукой и не говорили: вот, пожалуйста, у нас вот все есть, ну вот помогите нам, пожалуйста, дайте нам немножечко денег, чтобы мы там построили турники. Должно быть общество нацелено, и должна быть идеология, должна быть государственная программа. Тогда люди в рамках этой программы будут работать и будут что-то делать. А пока что, Юнона Авось, вы помните эту рок-оперу, там есть такие замечательные слова: нас много, но самое главное, что мы врозь. Вот, и в принципе, должно быть некое объединяющее начало, и объединяющее начало не несущее в себе вражду, агрессию, ненависть, а все-таки начало, которое дает надежду на взаимопонимание. Потому что, к сожалению, у нас общество сейчас так напитано ненавистью. Кому-то это надо. Кто-то из этого получает очень большие дивиденды. Кто-то из этого получает деньги. Все. Вот. И, наверное, придет тот мессия когда-то на нашу землю, который скажет: ребята, все, хватит воевать, давайте строить, давайте будем жить. И, в общем-то, придумают умы эти программы, которые будут способствовать красоте. Ну, то есть, продолжая ваше цитирование Юноны Авось, мне так и хочется вспомнить, да, авантюра не удалась, за попытку спасибо. Виталик, пожалуйста. Маленький тезис. Вот Николай Антонович поднял классную тему о том, что нужно объединяться, да, и не ждать, пока кто-то придет, там что-то с какими-то инициативами будет выпрашивать. И вот чтобы решить эту задачу, да, технологично, как все-таки мы в 21 веке, у нас сейчас будет программа «Умный регион», которая будет там с ряда сервисов состоять, и один из них, вот он как раз поможет вот этим вот людям, которые имеют инициативу, которые имеют стержень, которые имеют энергию, которые имеют идеи, реализовать свои идеи. Это так называемый бюджет участия. То есть люди заходят, регистрируют там проект, да, на сервисе специальном, и этот проект висит определенное количество времени. Если он собирает, будут определены критерии по количеству поддержки, все, областная власть берет его к себе на финансирование, то есть вкладывает в проект бюджета, закладывает и финансирует, и помогает той группе, громаде, вот, там, или какому-то человеку, или какой-то улице, или какому-то там населенному пункту решить ту или иную задачу, создать ту или иную там точку развития. Вот, поэтому вот это важно очень слышать друг друга, общественность с властью, власть общественностью, депутатский корпус, администрацию, администрация депутатов. Вот эти коммуникации нормальные, позитивные, без негатива, да, направленные на какую-то общую идею развития и создания, вот эти коммуникации, они создают будущее. Потому что какой-то есть там опыт там, у Влада, какой-то у Максима, какой-то у Николая Антоновича. И мы только обменявшись и смешав его, сможем найти какую-то интересную идею, которая поможет нам всем, нашему городу, нашей области там, стать немножечко лучше. И каждый день немножечко лучше становясь, мы в свое время станем чемпионами. Спасибо, Павел Казарян. Я напоминаю всем нашим гостям, всем нашим участникам, что никто вас слова не лишал. Не стоит вам ждать, пока будет только та тема, о которой вы готовы поговорить профессионально. Нам важно мнение каждого из вас. Добавить, пожалуйста, Павел. Николай Антонович правильно подметил. И я знаю, что вопросами наркомании занимается очень много. В благотворительных фондах, общественных организаций. Занимаются они так, как они считают нужным. Потому что никаких критериев, по сути, в нашей стране не существует.
Свою деятельность мы начинали благодаря постанове Кабинета министров. Номер 809, я не помню какого года, но я думаю, что суть не в этом. Потом эту постанову отменили, и мы остались бесхозными. По большому счету, то, как мы занимаемся реабилитацией наркоманов, никого не интересует. Нас даже проверить, по сути, не могут. Вот. Ну, мы считаем нужным так делать, мы делаем. Есть очень много христианских реабилитационных центров. Многие из них делают очень замечательные вещи. Я знаю ребят, которые возглавляют эти центры. Но есть центры, которые прикрываются христианской моралью. Их тоже невозможно проверить. И такие прецеденты есть, и в Николаеве они были. Пару лет назад в Николаеве закрыли реабилитационный центр, где мучили ребят. И узнали о том, что там мучают людей только после того, как один из реабилитантов, так называемый, вскрыл себе горло. Совсем недавно, около месяца назад, закрыли в Черниговской области всем известный центр Косачевка, где были и смертные случаи среди ребят. То есть это была такая своеобразная тюрьма частная. Чем мы занимаемся, никто не знает. И только если мы захотим, мы пустим к себе на территорию центра, там можно посмотреть, поговорить с ребятами. Ну, мы открытая организация, то есть мы всегда рады, чтобы к нам приезжали. Прошлый губернатор к нам приезжал, вот, и с удовольствием встречаем и гостей, и открытые, и везде ездим. Но далеко не все организации таким образом помогают людям. Я считаю, что в Украине должны быть конкретные критерии по реабилитации. Есть в городе Вознесенске государственный реабилитационный центр для наркозависимых. Вот. Мы один раз в год играем в футбол по нашей инициативе. 20 июня Всемирный день борьбы с наркоманией. И у нас так заведено, мы приглашаем все реабилитационные центры, которые мы знаем в нашей области. Вот. Они приезжают, а мы играем под эгидой МВД вот, в футбол. Вот как-то так мы общаемся, больше никак. Скажіть, будь ласка, Толька Зинович, ось вже друга ініціатива, яка зараз, я розумію, для вас є новиною. Ну, втім, ви людина справді нова в Миколаєві, багато чого справді можете не знати. Втім, чи має перспективу те, про що каже Павло? Я розумію, там він каже про те, що потрібно щось робити на державному рівні. Ну, це не наша компетенція. Хоча, напевно, щось можна зробити вже і на рівні обласному. Чи можна щось? Чи буде щось зроблено? Дивіться, я б, наверное, почав не з того, якими критеріями, да, обложити процес реабілітації. Я б почав з того, що це реальна болезнь. Да? І суть цієї болезні в тому, що чоловік компенсирует отсутствие в своей жизни чего-либо наркотиками или алкоголем, да, то есть вот это главная проблема, да, то есть человек получает зависимость от того, что он не живет, он не получает удовольствие, он находит удовольствие в чем-то. У каждого своя история, у каждого своя, там, у кого-то травма, у кого-то там компания, то есть у каждого свой набор стереотипов и комплексов, которые привели его к этому результату, в котором он является сегодня, да, к тому состоянию. Лечить всех одинаково невозможно. Критерии выставить, вот когда там есть хорошее, есть такое слово в менеджменте, KPI, их невозможно. Да, то есть хороший один показатель, человек вернулся к нормальной жизни, да, и там какой-то период находится. А центр, который в Вознесенске, да, вы с ним один раз в год играете в футбол, но при этом они классно работают. То есть у них неплохие результаты. От того, что ну, там, вы не коммуницируете, это плохо, да, что вы не коммуницируете, ну, да, мало коммуницируете. Но они тоже делают хорошие вещи, они возвращают людей. У них порядка 70% людей не возвращается в процесс. Да. А у нас есть там программы государственные по замещению. То есть, по сути, человека вырвать из зависимости там, ситуативно возможно. Вопрос, чем ему заменить вот это удовольствие, которое он получает, чем ему вот эту компенсацию заполнить. Это может быть спорт, это может быть театр, это может быть рисование, это все что угодно. Но каждый человек уникален, и ему нужно искать его именно, вот, да, вот чему, к чему стремится его душа. Тогда можно разбирать эту ситуацию, брать этого человека, доставать, возвращать в трезвость мысли, там, да, там 21-30 дней, сколько нужно, чтобы человек вернулся к реальности, хоть какой-то, и потом втягивать в другой интерес. Потому что, в первую очередь, это компенсация. Компенсация – недовольство собой, недовольство своей жизнью, а причинно-следственной связи в жизни никто не отменял. Да? То есть у каждого есть путь, почему он оказался здесь.
Так, будь ласка, Владислава, тільки коротенько, якщо репліка тут. Павло, будь ласка, якщо можна, потім Владислав. Так. Дело в том, что все на самом деле гораздо глубже, к сожалению. Если бы было так все легко, вот, 20 дней человек бы вышел из состояния физической зависимости, и потом его втянули в спорт или в театр, то, конечно же, проблемы такой не было. И 98 человек из 100 не умирало бы от наркотиков, понимаете? То есть на данный момент есть очень много проколов на государственном уровне, к сожалению, которые, на которые мы и повлиять не можем. И говорить о них смысла нет. Вот. Но действительно, все гораздо глубже, и критерии реабилитации можно построить. Вот. И нужно построить, потому что прежде чем социализировать человека, ему нужно пройти реабилитацию, ему нужно справиться с теми проблемами, которые привели его к употреблению наркотиков. Это длительный процесс, около года. Ну, я вас абсолютно поддержу, я пытался тогда грубыми мазками эту историю разрисовать. Вот у нас при администрации существует координационный совет по этому вопросу. Я предлагаю там уже в мае, да, с вашим участием, с вашим опытом посмотреть, кого еще можно к этому процессу подтянуть, провести заседание и попробовать на областном уровне выработать эти критерии и выработать какую-то там общую совместную стратегию действий. Проблема огромная, да, и проблема она и социальная, вот, и из-за того, что там заводы закрываются, и того, что работы нету, оно все связано. Вот, поэтому... Ну, хотя бы и война, да, конечно же. Вот поэтому, ну, опять-таки, возвращаемся к тому, что мы ежедневным нашим с вами, да, там, занятиями, вот там ребята, которые занимаются, активный образ жизни пропагандируют, это тоже их вклад в это дело. Вот нашими ежедневными маленькими шажками мы можем с этим вопросом как-то урегулировать, ну, хотя бы его немножечко урегулировать. Спасибо большое, Владислав Невеселый, потом наши еще молчавшие до сих пор участники. Вы тоже будете, да? Да. Хорошо, пожалуйста, Владислав. Ну, вы правду говорили о том, что, наверное, если ты социально, будем говорить, как я называю, зависимый человек, то у тебя много информации. Я вот хотел бы поделиться, у меня, я вот сижу, думаю, что же такое вот воспользоваться моментом, что же такое рассказать. И вспомнил вот очень интересный момент, который я со школьниками вместе, вот буквально недавно мы собирались там, президиум наших представителей всех школ города. Значит, это был по теме синего кита, вот, ну, эти все, разговор был о том, как это правильно делать, как бы это не озвучивать, да, как, ну, там, я имею в виду, чтобы не дать этому огласки, да, сильно, потому что тоже это нехорошо, да, об этом как бы часто говорить, ну, и тому пошел-поехал. И пришли в, тоже мы в разрез и тех же самых наркотиков. Кто к этому привержен? Правильно, Виталий сказал, что те люди, которые, ну, там, которых... Может быть, даже где-то там ущемляют, в школе ущемляют все. Они ущемленные сами по себе, они где-то ищут какие-то выходы. Ну и выход иногда плохие, как бы. Что придумали сами даже дети? В 8-й школе, значит, они проводили, получается, брали лидеров школ и брали вот этих вот слабых детей. Это насчет того, что вот показывали, да, показывают сценки. И они показывали сценки, разыгрывали, работали над этими сценками. Это проходило там неделя, да, вторая. Они друг с другом общались. И потом показывали сценку, например, там первому, второму классу. Я когда услышал об этом от девочки из 8-й школы, я говорю, слушай, а что эта тема замолкла, где же она, ну, дальше? Я думаю, просто почему хотел это рассказать, потому что вот мы в Вознесенске попробуем это запустить, все дети поддержали, попробуем запустить по всем школам. Было бы, конечно, круто, я считаю, потому, ну, во-первых, я у нее спросил еще, что вот эти вот дети слабые, что они, как они себя ведут? Она говорит, ну, начали говорить, начали выступать, начали говорить, они почувствовали в себе уверенность. Вот это сам класс вот этой вот программы в том, что они почувствовали уверенность в себе. И, ну, а что лучше, как говорится, отвести от тех же самых наркотиков, каких-то суицидальных, ну, каких-то моментов, это, ну, человек должен почувствовать себя сильным, уверенным и тому подобное. Так что вот, вот такая вот программа, вот я просто хотел озвучить, вот придумали сами дети, я считаю, это очень круто, и вот мы в Вознесенске обязательно ее, вот, я думаю, в ближайшее время запустить. Ну, я думаю, що це просто добрий приклад для того, щоб це реалізувати на обласному рівні. Може, на обласному, так? Щоб ми складами постійну комунікацію, і зможемо цей вопрос описати і оттестувати. Хотел вообще добавить, что Виталию, как бы, ну, просто нужно доносить ему информацию. По крайней мере, я-то так, я со своей стороны говорю, какие-то моменты, которые интересные, социальные, возможно, есть, и, ну, то говорить, что в принципе не сразу подхватывается. Ну, иногда просто, наверное, ну, власне, для того, чтобы да, такі ось маленькі дива відбувалися, ми збираємося на цих програмах. Катерина Янчук, будь ласка, потім Анна Басякова. Ну, давайте так, будь ласка. Здравствуйте всем.
Тема актуальная наркомании для меня, так как мы также занимаемся реабилитацией наркозависимых людей. И тема глубокая, так вот двух минут тоже я постараюсь вложиться. Также я работаю с родителями зависимых людей, и мне, я переживаю горе ежедневно, можно сказать, слышу истории разные. Сказать благодарности слова хотела Николаю Антоновичу. Театр, спектакль, который они поставили, он действительно настолько правдоподобен. Когда его смотришь, ты окунаешься просто вот с головой погружаешься в эту историю. Она действительно вот эмоционально очень. Вот они, актеры молодцы, они очень все классно передали. Мне очень понравилось, я благодарна очень им. По поводу стандартизирования, вот с Павлом очень согласна, и мы с коллегами из разных регионов Украины, мы общаемся сейчас на эту тему по поводу стандартизирования в своем узком, так скажем, кругу в нашем союзе, в нашем объединении реабилитационных центров, они в каждом городе Украины практически находятся, не по одному, стандартизировать именно вот сотрудников, которые занимаются с ребятами, условия, в которых они находятся. В связи с последними событиями, когда происходило насилие на реабилитационных центрах, все это неприемлемо, и все это должно искореняться, и должны вводиться определенные стандарты. Насколько я знаю, сейчас это там выше во властях что-то думают все-таки на эту тему, насколько мне известно. Но я надеюсь, что до нас это тоже дойдет, в нашей области. И я хотела сказать по поводу предложения еще. То мне, можно мне минуту, да, еще? Предложение, оно рождает спрос. Опять же, вот если взять, все классно, мы делаем профилактику, мы ходим в школы, в учебные заведения, в колледжи, мы делаем какую-то антинаркотическую рекламу, там запускаем какие-то статьи, ролики, передачи какие-то снимаем. Все это классно, как предупреждение. Но есть еще такой момент, который меня возмущает в нашем городе. Это законодательная база, это во всей Украине, но в городе как представители именно сотрудников полиции, сейчас, да, они открыто знают, что происходит в нашем городе, но об этом невозможно не знать, и все это каким-то чудесным образом покрывается. Ну, я не буду сейчас это все разворачивать, эту тему, но точно могу с уверенностью сказать, что эти люди, они очень большой вклад в это вкладывают в развитие, ну не то чтобы в развитие, но они не тормозят этого. То есть оно само по себе, наркомания развивается, преступность на этой почве развивается, но они не делают так, чтобы это все закончилось. Ну или хотя бы немножко подутихло. То есть я вот призываю именно к сейчас, которые власти будут назначены, Обнон, как сейчас он называется, новый начальник будет, по-моему, поставлен, да, сейчас, я вот призываю, чтобы он занялся, и мы готовы оказывать всяческую поддержку, содействие, помощь, которая будет в наших силах, как общественная организация. Спасибо. Спасибо, Виталий Зинович, потом тоже, Анна Басякова. Очень короткий тезис. Когда Алексей Юрьевич приехал в Николаевскую область, не было Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Николаевской полиции. Не было. Регион, где уровень наркомании там зашкаливает, его просто не было. Там работало 3 или 4 человека, которые были из Одесского управления. И он инициировал перед министром внутренних дел создание этого подразделения. Сейчас уже 17 человек из штатных единиц. Сейчас они как раз там, вот, они, по-моему, только-только накомплектовались. Проходят такие определенные какие-то технические вопросы, но уже начинают работать. То есть с нуля уже сегодня 17, и мы обращались, он еще дополнительно обращался о том, чтобы увеличить хотя бы до 25 человек штатную численность этого подразделения. Потому что проблема действительно, она кричащая, и на каждом углу можно найти там сообщение, и в интернете каждый день это можно прочитать, что там где-то выбросили, там нашли, там притон, там еще что-то. Вот Влад начал только общаться, он рассказывает, у нас в Вознесенске, говорит, везде, и все знают, где оно находится. Он это правда говорит, да. Да.
люди знают правильно, где что и кто, по идее. Ну да, ну вот сайты те же, но это более глобальная проблема. Сайты, они сейчас по всей Украине, по всей и других странах есть. То есть можно спокойно просто купить наркотик через интернет. Некоторые представители тоже полиции говорили, что это журналисты виноваты, все рассказали по телевизору, статьи писали, и теперь все знают. Но нет, среди наркоманов это распространяется не за счет телевизора, а просто вот так вот. Оно распространяется, как сарафанное радио, да, среди них, поэтому это не из-за этого. Есть у нас районы, такой как Широкая Балка, там вообще невозможно пройти мимо, там всегда в маршрутке выходит человек с тобой, кто ездит в общественном транспорте, я иногда на нем езжу, я вижу, когда со мной садится в городе какой-то человек, его видно, я точно знаю, на какой остановке он выйдет. Он выходит либо на кресте, либо на повороте. И таких 2-3 человека всегда в маршрутке есть. Ну, то есть все об этом знают, и я не поверю никогда, что полиция Корабельного района не знает о том, что там происходит. Но это невозможно не заметить, и это возмущает больше всего. У нас, как обычно, к концу программы вдруг активизируются все. Пожалуйста, Аня Басякова. Я надеюсь, что все-таки еще и Юра Любаров поговорит. Ну и те, кто, в общем-то, хотят получить слово, обязательно его получат. Пожалуйста. Добрый вечер. Хотела бы, конечно, добавить красок к нашему мероприятию. Вспомнила, например, совершенно недавно, вчерашний вечер, мы идем с ребенком домой, выходит с подъезда парень, который живет в нашем дворе, у него падает какой-то сверток, ну, случайно совершенно, ну, прошел, здрасте, здрасте, и пошли. Вот. Мне почему-то захотелось поднять, да, подняла, посмотрела, а там наркотик. Вот все, вот на ровном месте. И 3 года, да, активность, субботники, там, какие-то разговоры, фестивали, мероприятия, а молодежь не меняется почему-то. Вот у нас здесь в студии очень много людей, которые этим занимаются, как-то толкают тех. Знаете, на меня повлияла в детстве такая ситуация, когда мы пришли в одну из квартир, и это действительно были наркоманы. Так получилось совершенно, не буду углубляться в подробности, но я увидела ребенка моего же возраста, комната темная, один ночничок, сидит ребенок на матрасе и хочет кушать, вот действительно он хочет кушать, а родители там занимаются, как говорится, своими вопросами. И знаете, на меня это повлияло. Я не захотела так жить. Может быть, вот действительно детям показывать, как это может быть, к чему это может привести. Все чаще, вот благодаря вот таким сценкам, инсценировкам, каким-то таким мероприятиям. Мы когда ездили в детский дом в Степовое, мы видим этих детей, которые рождаются, и потом всю жизнь они действительно... Ну, это словами не передать, это слезы наворачиваются. Всю жизнь вот так живет ребенок с диагнозом ДЦП, а оказывается, просто мама занималась, например, употреблением наркотиков. Это очень страшно. И чем больше вот таких людей осознанных, с чистым сознанием, с красивым сознанием, да, будут показывать своим примером, как можно жить лучше, показывать альтернативу в спорте, в культуре, в разных мероприятиях, то есть показывать людям, как они могут нормально, красиво жить, достойно, без вот этих вот, без этой зависимости, потому что зависимость может быть разная. Действительно, это не только алкоголь, это не только наркотики, или не только табакокурение, это может быть зависимость от социальных сетей. Дети 7-8 лет идут в школу, и потом после школы, я просто с этим сталкиваюсь, у меня ребенку 7 лет, он пошел в школу в первый класс, и после школы он приходит и играет в онлайн-игры. И я хочу над этим работать, я хочу показывать своему ребенку, какая есть альтернатива. Спасибо. Вижу всех. Сейчас, секунду, есть даже сюжет про сказку Юрия Любарова, но думаю, что если покажем сюжет, мы успеем поговорить. Поэтому, Юра, пожалуйста, красочно тогда, максимально. Но секундочку, давайте сначала послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а вот такой вопрос, может, по всему городу на всех стенах, на многих, очень вот этих наркотических записей, пароли или как их нам назвать. Это сложно сделать в черте города распоряжением каким-то мэра или наших депутатов городских, что если вот какая-то организация, вот частный дом, допустим, или какая-то общественная
там завод, фабрика, если на его заборе написан этот код наркомановский, это сложно работникам этого предприятия взять щетку и забелить этот номер? Неужели вот эта реклама нужна по всему городу? Это недорого, известь, мне кажется, недорогая. Спасибо. Тут вот пишут, кстати, по этому поводу. У моей знакомой много лет под этим существовала точка по производству и продаже наркотиков. Сколько куда они не обращались, без толку, пока сами не вымерли. Павел, давайте, пожалуйста, минуту для того, чтобы все-таки... Пожалуйста, да. Я хочу сказать, что мы проводили акцию протеста против этих надписей, сайты, которые продают наркотики. И я думаю, что с Андреем Лохматовым, известным журналистом николаевским, мы точно в рай попадем, если он есть. Потому что нам удалось закрыть самый известный на юге Украины сайт «Три семерки» по суду. Вот. Мы проводили на областном уровне круглый стол. Там присутствовали сотрудники полиции, которые клятвенно нам обещали, что каждую надпись они будут составлять протокол соответствующий и штрафовать домовладельца, либо там то учреждение, на котором оно вот, размещено. И этих людей должны будут обязывать стирать эти, либо закрашивать надписи. Но... К сожалению, где-то через 2 недели я попросил статистику, мне ее не предоставили. Я предполагаю, что ни одного протокола, наверное, они так и не составили. Вот. Я думаю, что им просто плевать. Они хотят работать, вот и все. Спасибо. Юрий Любаров, прошу. Как-то мы как-то красиво начали, да? Я абсолютно не... Да, да. Мы говорим на действительно очень серьезную тему, и... Я старше большинства здесь присутствующих в этой студии, и я скажу, что такое для меня большинство, Николай Анатольевич. Вы первый. Вы всегда первый. Да, в этом деле. Я хочу сказать, что для меня наркотики — это страшно. Почему? Потому что из моих одноклассников половины уже нет живых, и причем очень давно. И для меня вот сейчас, уже спустя годы, понятно, вот я уже как бы, ну, немножечко-то вспоминаю детство, вспоминаю школу, я понимаю, почему кто-то проскочил мимо этого, да, потому что мы-то жили 70-е годы, достаточно свободные в этом деле, город Николаев, закрытый от иностранцев, но абсолютно открытый для наркотиков, поэтому я не буду подробности рассказывать николаевских школ 70-х годов, но почему некоторые проскочили? Потому что у них была какая-то цель. Была какая-то мечта, они чем-то занимались. Кто-то мечтал стать военным, кто-то мечтал стать музыкантом, кто-то писателем, кто-то еще чем-то. Вот у кого не было мечты, да, вот кто жил каким-то сегодняшним днем, те, в общем-то, в нем и остались, и сегодня уже их с нами нет. И в сегодняшнее время, вот именно сегодняшние годы, мне кажется, тоже очень опасными для детей, потому что кто понимает, кто способен понять, что такое в спектакле, Василий Сигарев — это очень модный драматург, это действительно замечательный драматург, и фильмы, и пьесы по нему, но человек, который не способен это понять, он и проскочит мимо этого, он и наткнется на свой наркотик, он наткнется на что-то это. Для того, чтобы что-то понять, надо уже быть к этому подготовленным. Для этого надо иметь какую-то цель, а она закладывается совсем в раннем детстве. Тогда, когда вокруг мир не серым должен быть, а должен быть цветным. Поэтому вот все в детство. Спасибо. Я вижу Оксану Пимовскую, вижу Максима Бреду, вижу всех. Но у нас есть просто великолепный сюжет, который, я думаю, все-таки выведет нас под конец программы из этой мрачной атмосферы, которая сгущается с каждым следующим тактом нашего оркестра. И сюжет этот о фототерапии. Такое загадочное название, которое на самом деле несет в себе очень светлое, очень какое-то очень правильное начало. Давайте посмотрим. У сучасній психології з'являється все більше нових ефективних методик та підходів. На Миколаївщині у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів активно використовують прогресивний метод арт-терапії та її різновидів. Цей підхід базується на залученні різних видів мистецтв – живопису, музики, фотографії – під час психокорекції. Я працюю вчителем-реабілітологом, і під час своїх реабілітаційних занять я завжди використовую інноваційні методики. І однією з моїх методик стала успішна методика фототерапії. Що ж таке фототерапія? Це засіб самопізнання, самовираження, це чуттєве емоційне виховання дитини.
Методику фототерапії співробітники реабілітаційного центру застосовують під час занять з малювання, ліпки, музики, виїзних екскурсій містом та просто у повсякденному житті. Можливість побачити себе та навколишній світ через об'єктив фотоапарату захоплює дітей. Дуже часто саме вони стають ініціаторами проведення занять у такому форматі. Звісно, дуже подобалось. З дуже великою і огромною душою. Или мечтой для меня. Это очень-очень прям сильно мотивирует меня. Як правило, фототерапія проходить у кілька етапів. Розпочинається все зі зйомок та позування. Діти вчаться триматися перед камерою, набувають впевненості у собі, вправляються у контролі над емоціями. Він став гораздо спокійніше. Йому дуже подобається чтення, рисування, музика. И очень любит посещать центр, не может дождаться, когда выходные закончатся, чтобы снова идти. Постоянно Катя, Катя и Катя. Также я хочу сказать, вот он раньше не любил фотографироваться, а сейчас, благодаря Екатерине Юрьевне, ему очень нравится позировать, улыбается, затем рассматривает свои фотографии. Другий етап – аналітичний. Діти розглядають готові фотографії, знаходять на них себе, намагаються пригадати момент зйомки та свої відчуття у ту мить. І дітям з аутизмом, і синдромом Дауна, і дитячим церебральним паралічем поки що якихось заборон або протипоказань не було, навпаки. Тільки радість. Заспокоюється дитина, яка перезбуджена. Але, звичайно, що це йде комунікативна робота вчителя, це йде візуалізація образу і безпосередній контакт, тактильний контакт з дитиною. І тоді вона розкривається. За результатами зйомок Катерина Янчук зібрала матеріал вже для двох фотовиставок. Перша під назвою «Мамо, для чого я у цьому світі?» присвячена стосункам батьків та дітей. Друга «Я хочу бути таким, як усі» відображає рівність та схожість героїв фото з усіма однолітками. Вони самі позують, надихають нас на нові сюжетні зйомки. Окрім того, є дуже важливим те, що діти стають більш уважними, зосереджують увагу на конкретному об'єкті. Для вихованців реабілітаційного центру фотографія стала не тільки засобом самовираження, а й чарівною можливістю відчути себе такими, як усі. Пані Катерино, я думаю, що кому як не вам це коментувати, будь ласка. Так, як працюю вчителем-реабілітологом у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цветик-Семицветик», де я займаюся фототерапією, також я і викладаю заняття. Моєю основною метою було показати жителям міста Миколаєва, що діти-інваліди, попри перешкоди, попри біль, страждання, долають такі перешкоди, проблеми, труднощі та створюють свої сім'ї, посміхаються, радіють життю. Таку мою ініціативу зробити фотовиставку підтримала миколаївський депутат обласної ради Надія Іванова, і так ми створили ці фотовиставки. Але вже згодом ми зрозуміли, що ми стали допомагати не тільки дітям, допомагаючи їм інтегрувати у суспільство та соціалізувати їх, а також ми привернули увагу дітей здорових, яким сумно, нічим зайнятися, вони не знають, для чого жити. І так моя мета була, щоб кожна дитина, не тільки з обмеженими можливостями, але й здорова, коли прокидалася, мала мету, щоб я прокинувся, щоб радіти цьому життю і щоб радувати оточуючих. І таким чином взаємодіяти. Дякую. Будь ласка, Світлана Єфімовська, щось сказати. Оксана, прошу, Єфімовська. Моя репліка стосується ще все-таки наркоманії. І багато з вас тут говорило про те, що треба якось боротися із торгівлею наркотиками, реабілітувати наркоманів. І мало було згадано про те, що треба пропагувати здоровий спосіб життя і простіше не боротися з наслідками, а усунути причину цього.
Я б хотіла сказати, що треба більше серед молоді пропагувати здоровий спосіб життя, залучати молодь до цього. От прикладом цього є її вистава «Сім'я Вурдалака». Так, там було дуже багато дискусивних таких питань щодо того, чи варто показувати цю виставу дітям, чи не варто її показувати. Я вважаю, що чим раніше побачить дитина ось цю виставу, чим разючіший буде контраст між реальністю наркомана і реальністю дитини, тим буде ефективніший результат, тим краще будуть наслідки. Тому я хотіла б звернутися до вас всіх, задіювати молодь до реалізації цієї мети. Ми повинні об'єднатися і працювати спільно. Дякую. Дякую. Тренування. Будемо показувати спільним прикладом. Будь ласка, Максим Бревда, я думаю, що він хотів зробити те ж саме. Будь ласка, Максима. Да, на самом деле, я хотів просто сказать, наверное, ну, на мой взгляд, пару каких моментов надо подчеркнуть, чтобы, может быть, ускорить процесс избавления, да, или там этой реакции от наркомании. Вот, на самом деле, то есть молодежь все очень просто воспринимает, да, есть мода, там, мода на спорт, мода на одежду, мода, там, к сожалению, на наркотики и все остальное. То есть нам надо просто больше, в самом деле, пропагандировать. А чем пропагандировать? То есть это, в первую очередь, хороший, яркий, качественный уровень соревнования, потому что, чтобы у людей, у родителей, у детей, после них оставался очень такой позитивный след, и они тянули там потом туда, в эти секции, они бежали, спотыкались, потому что соревнования – очень важный фактор. В связи с тем, что сейчас финансирование, как бы, ну, не самое лучшее, наверное, из-за этого не так много проходит ярких, красивых, масштабных спортивных событий. Они проходят, но недостаточно много. Это первое. Второе – это то, что, в самом деле, наверное, люди, которые сталкиваются с этой бедой, они теряют какой-то стимул, какую-то цель. То есть и процесс этот происходит, наверное, еще со школьной скамьи. То есть надо со школьной скамьи работать с детьми, потому что я, насколько помню, когда я учился, ну, честно говоря, работа, ну, не проводилась, ну, мало проводилась, да, больше родители там стараются говорить. Эти проблемы не оговариваются в школе, или оговариваются, но очень-очень плохо и мало. То есть надо делать какие-то фильмы, и на самом деле молодежи показывать вот контраст, то, что может быть там, и что может быть в здоровой жизни, когда ты успешен, ты занимаешься спортом, то есть этот контраст надо доносить уже со школы. Вот. Спасибо. Очень приятно, что все вот буквально оживились. У нас сейчас, я буду вынужден от вас всего по минуте, чтобы все высказались. Но вот очень хороший комментарий. И я думаю, что, Виталий Зинович, может быть, и вы тоже сможете на него ответить. Был бы очень полезный опыт общения таких детей, как для одной стороны, так и для другой. Это пишет профессиональный невролог детский. Вот можно ли действительно что-то, что вы сейчас тут услышали, да, вот как раз, ну, это я, для меня это было открытием. Я помню, что видел сюжет, там у нас что-то было такое вроде бы, ну, давайте вот в программе готовимся, давайте сделаем. Но вот полноценно то, что вот происходит у вас там, я увидел вот именно уже в подготовке к программе. Вы, я понимаю, наверняка не знали об этом, однако, ну, вот не зря же говорит и Владислав Невеселый, что вы очень открыты для подобных, для любых инициатив. Вот скажите, что-то из того, о чем вот сейчас говорилось, может действительно превратиться в какую-то программу, которая будет реализована на уровне областном? Сейчас есть глобальная инициатива жены гаранта Марины Порошенко по поводу инклюзивной освіти. Да? То есть логика в том, чтобы детей, которые имеют там определенную специфику, потихоньку вытягивать в коллективы, социализировать. Да? То есть ребенок, вот мое личное мнение, что дети, у которых есть определенные проблемы, их нужно аккуратно, мягенько втягивать в коллективы, да, в нормальные. И тогда он будет там, то есть люди к нему привыкают, да, он привыкает к ним. То есть оно не сразу выходит легко, легко и просто, но ребенок становится социальным. Он общается, он коммуницирует, он познает как-то мир по-другому. И вот то, что вы делаете, это, ну, это огромный труд, это очень классно, это очень важно. Вот если там разбирать глубже процесс, да, то есть дети, когда занимаются вот такими творческими занятиями, они развивают свое там, левое полушарие, да, которое отвечает за творчество.
которое отвечает за творчество, и оно у нас в принципе в левом полушарии, в творческой части, у нас все заложено, что мы хотим делать, куда мы хотим делать, какими мы хотим быть. Вот, а логика нас немножечко подавляет. И поэтому занятия именно вот, творчеством для детей, вот таких творчеством, спорт то же самое творчество, там любое творение, оно помогает человеку найти себя, стабилизировать себя как личность, да, там, идентифицировать себя как личность. И очень важно, чтобы мы как государство и вот, там, активные люди, кто этим занимается, помогли детям социализироваться. То есть не держать их дома, не держать их в коллективах таких же самых детей, их нужно разбавлять, ну, да, людьми, которые, ну, другими, да, то есть стандартными, скажем так, да. Спасибо большое. Так, уважаемые эксперты, уважаемые гости, у меня будет всего по минуте для каждого из вас, но зато все успеют, пожалуйста. Да-да. З приводу соціалізації, що дитина-інвалід, коли потрапляє у середовище не дітей-інвалідів, вона губиться і інші діти не можуть її сприйняти. І моєю зараз роботою є, я хочу запросити вас усіх, хто є і спортсменів, і з Міївським, я вже познайомилась тут, що, як я спілкувалася з батьками, для таких дітей найголовніше, щоб до них прийшли в гості, навіть, наприклад, до нас у центру, і просто обняли дитину, просто посиділи рядом, поруч. У них у всіх є їжа, у них у всіх є подарунки, іграшки. Найголовніше – це піклування і доторкатися до них, бо не кожна нормальна дитина, не кожен дорослий чоловік чи жінка можуть спілкуватися з ними, бо це страшно. Це діти, які... Ну, геть не знають, як спілкуватися з нормальними. Дякую. Оксана, ви щось хотіли додати, будь ласка. Я знову дещо з запізненням щодо питання, як пропагувати і чим пропагувати здоровий спосіб життя. І справді, ось ці методи, які використовуються в школі, зараз вони дещо застарілі. Там профілактичні бесіди, похід в кіно, де показують там історію якогось наркомана чи ще щось. А потім, звичайно, завдання вчителя, питання вчителя, чи згодні ви, ну, висловити свою думку щодо цього фільму. І діти пишуть те, що говорять те, що хоче почути від них вчитель. Так, наркотики – це погано, і все ж таки це не дає ефективного результату. Я вважаю, що щоб пропагувати цей здоровий спосіб життя, треба об'єднатися і батькам, і вчителям, і взагалі всім об'єднатися. І звучала також репліка щодо соцмереж і цих онлайн-ігор, який негативний вплив вони несуть на психіку дитини, на її розвиток. От ось ці соцмережі можна було б використовувати у позитивному якомусь руслі, спрямувати їх на пропаганду здорового способу життя, більше уваги приділяти ось цим соцмережам, так як всі помічають, що діти і сучасна молодь більше свого часу проводять у не в зовнішньому світі, а в інтернеті. І от треба якось з користю використати ці інтернет-ресурси для досягнення цієї мети. Дякую. Раміль, будь ласка. Я полностью согласен с многими, кто говорит, что чтобы была здоровая нация, нужно начинать с детства. Это однозначно так. И согласен также, вот, как сказали, что немножко устаревшая система. Детям в начинающих классах рассказывают лекции, как это плохо, как это ужасно и так далее. Дети этого не осознают. Ну, как по мне, вот мы один раз, да, вот у нас был такой эксперимент, мы приехали с паралимпийским чемпионом вот, Рио 2016 по плаванию Богданом Гриненко в один психологический реабилитационный центр для детей. И просто мы сели, пообщались, поговорили, много было вопросов, с медалями фотографировались. Они увидели, на каком автомобиле он приехал, они увидели, как он с каким телефоном, например, пришел. И вот они, вот, и я по себе даже знаю, как я в детстве однажды видел знаменитых боксеров вживую. Я вот как-то у меня это отложилось, и я на самом деле захотел стать таким же. То есть мне ничего не рассказывали, никакие лекции не говорили в детстве. Надо просто один раз увидеть, вот такие организовывать встречи. И я думаю, много желающих будет. Спасибо большое. Итак, у нас остается 5 минут. Это значит вот по 3 минуты, по минуте вот вам троим и по минуте нашим гостям подвести итог. Юра сегодня был на удивление мало разговорчив, но ничего, он компенсирует на своей программе. А еще меньше, да, хорошо, пожалуйста. Я должен не согласиться с тем, что у нас устарелая система. Вот. Я утверждаю, что ее вообще нету. Вот, в принципе, вот, в большинстве школ. Те школы, которые каким-то образом занимаются этим, да, там результат виден. Вот мы объехали 6 школ, в 2 к нам обращались дети-наркоманы, которые просили помощи.
это реальные люди, вот, которым было по 14, по 15 лет. И есть очень много наработок, есть очень много, что можно внедрить, и будет очень хороший результат. Но только надо иметь желание это сделать. Вот и все. Спасибо большое, Аня. Я недавно познакомилась с замечательными людьми и руководителями у нас в городе кружков авиамоделирования и космического моделирования. Оказывается, они у нас есть, дети занимаются, делают модельки. Вот. Одной из самых насущных проблем для этих руководителей и для этих детей является недостаточное финансирование. Потому что самое элементарное, вот 25 числа в Виннице было соревнование всеукраинского уровня по запуску воздушных змеев, а отправить до 10 детей от Николаевской области туда не нашлось финансов. Это действительно большая проблема, тем более вопрос был в сумме 2500 гривен. Я думаю, это небольшая сумма денег для того, чтобы десяток детей поехали и поучаствовали в соревнованиях. По этой теме как раз 21 мая мы будем проводить фестиваль воздушных змеев Трихаты International Kite Fest возле села Трихаты на замечательной плоскости. Вот, к нам приедет до 10 иностранцев, покажут, каким образом они своими собственными руками смастерили замечательных, огромных таких творений, которые можно запустить в воздух, и как они там пилотируют. Поэтому то, что мы здесь на местах можем развивать эту тему, это просто замечательно, и привлекать и новых, и новых детей. Спасибо. Максим хотел бы, да я бы очень хотел, чтобы и Владислав тоже сказал хотя бы пару слов, потому что вы как тут, как тоже представитель власти, я думаю, вам и карты в руки. Пожалуйста. Да, я быстро не договорил. На самом деле классная идея по университетам, по школам запустить такие беседы, что приезжали чемпионы, приезжали, скажем, лидеры, успешные молодые ребята, да, и они приезжали и общались со школьниками, с студентами, и те видели в них пример и подражали, потому что дети как маленькая губка, они это все впитывают, чтобы они видели, к чему они могут прийти, да, этот успех и все остальное. Это первое. А второе, это моя просьба к властям, чтобы пожестче работали с силовиками, потому что, на самом деле, очень много они знают. И почему-то все знают, но эти точки продолжают работать. Я думаю, просто хватит уже с ними сисюкаться, надо жестко поставить этот вопрос, додавить. Методы могут быть разные, просто если они это не выполняют, значит, надо искать причину, почему. То есть все знают, и годами одно и то же. Спасибо, Владислав, пожалуйста. Ну, я бы хотел бы, наверное, просто поблагодарить всех общественников, я имею в виду тех активных, кто на самом деле как бы сердцем болеет про той или иной проблему, потому что у каждого есть свое направление. Заметил такую тенденцию, наверное, ну, не в Украине, а как бы, ну, общественник — это общественник, да, как бы, ну, по-разному на них смотрит, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, но если так разобраться глобально, то на именно вот общественниках держится очень много. Представляете, так если бы их не было. Было, ну, я не даже, представьте, вот так вот, да? Как бы, а все так, ну, общественная организация, ну, там общественная, ну, пришел опять просить деньги, опять что-то, ну, как бы в таком формате. Но если бы их не было, ну, это я даже не представляю. Я хотел бы просто, вот, единственное, что сказать, что большое спасибо, что вы есть, и за ту работу, которую вы делаете. Это все. Всем. Спасибо большое. И, уважаемые гости, у нас остается буквально по минуте, и то мы немножко переберем время, для того, чтобы все-таки вы подвели итог нашей программы. Николай Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. Тема программы достаточно широкая. Красота спасет мир. И красота — понятие абстрактное, и мир — достаточно обширное понятие и тоже абстрактное. Поэтому я думаю, что если сидящие здесь и сидящие возле экранов телевизоров не будут стремиться спасти мир, а помогут хотя бы одному человеку рядом с ними находящемуся, это уже будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо большое. Юрий Любаров. Красота не только спасает мир, но красота и требует жертв. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, надо чем-то пожертвовать. И люди, которые здесь находятся в этой студии, люди, которые сидят у экранов, многие люди жертвуют своим временем, своими силами, своим сердцем. Поэтому чем больше мы отдаем, тем мы больше получим доброго вокруг. Дякую. И, Виталий Зинович, будь ласка, вам закінчувати. Дякую. Юрий очень хороший тезис в предыдущем своем выступлении говорил о том, что какие из его одноклассников, да, прорвались.
Вот. И это базовая вот что цель, да? Цель, которая человека ведет и выводит по этой всей кривой, потому что мы все находимся среди соблазнов, среди возможностей. Сейчас все, что хочешь, на расстоянии вытянутой руки. Вот. Что хочу сказать, что для жизни качественного человека нужно там три составляющих глобально. Первое – это энергия, просто физическая энергия, которую дает спорт, которую дает вот, ну, физическое питание, опять-таки. Второе – это цель, это то, куда человек хочет прийти и куда он вкладывает ежедневно свою энергию. И третье – это инструменты, которыми он добивается своей цели. Да, то есть можно долбить там капелькой 10 лет до дырочки, а можно взять дрель и быстро сделать, получить свой результат. Я хочу, чтобы, подытоживая, да, чтобы каждый в своей жизни получил то, чего он хочет, то, к чему он стремится, и через реализацию себя, своего потенциала, сделал жизнь вокруг себя немножечко лучше. Дякую. Дуже добра кода для сьогоднішньої нашої програми. Зрештою, для цього ми і збиралися. Ми тут не готуємо жодних рецептів, хоча інколи ось такі маленькі дива, коли сходяться люди, які, кожен з яких хоче щось робити, кожен з яких хоче щось змінювати, і їм просто не вистачало ось цієї зустрічі, щоб почати робити щось разом. Але в цілому ми збираємося для того, щоб поговорити про те, що, напевно, і ви багато як, з яких боків розглядали, казали, обговорювали у себе вдома, на кухнях, з друзями. Втім, ми просто хочемо ще раз привернути увагу до тих проблем, які турбують кожного з нас. Ми сьогодні говорили про дуже різні речі, і це можна об'єднати одним словом – небайдужість. Я недаремно почав з того, що суспільство змінилося. Справді, незважаючи на усю іронію, незважаючи на те, що нам дуже багато чого не вистачає, дуже багато чого хотілося, щоб робилося швидше, інакше, втім, ми повірили у свої сили, це дуже важливо. І ті люди, які тут сидять, і ті люди, які дивляться нас, ті люди, які дзвонять, які пишуть нам, вони, я бачу, що вони згодні в одному. Ми можемо багато чого. Головне, справді, не бути байдужими. Головне у спорті, у мистецтві, у будь-чому, що справді гідне наслідування, подавати гідний приклад. І тоді, як сказано в Біблії, що перед глазами твоїми, то і в очеріві твоєму. Тоді справді будуть добрі результати. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.